Всем привет! Я Дмитрий Казачинский. Веду прямой репортаж из Санкт-Петербурга со стадиона «Газпром-Арена». Именно здесь сегодня встретятся представители кибербеза и IT, чтобы определить, кто из них сильнейший, кто окажется в финале интеллектуального онлайн-шоу «Кибер-Арена». Я нахожусь в гуще событий, предлагая вам поудобнее расположиться на своих трибунах. Уникальное онлайн-шоу «Кибер-Арена» стартует совсем скоро. 3, 2, 1. «Кибер-Арена», Санкт-Петербург. Цифровой мир – это современный миф. Большинству людей никогда не узреть бушующие в нем грозы. Но изнанку цифровых технологий знают они – профессионалы информационной безопасности. Им известно все – новые технологии и их слабые места, угрозы и способы защиты, причины и последствия кибератак. Мастерство требует испытаний, опыт добывают в борьбе. Сегодня на «Кибер-Арене», чтобы отточить навыки и определить сильнейших, соратники станут соперниками. «Кибер-Арена» — это место, где настоящие профессионалы раскрывают себя и становятся сильнее. Смотрите на информационную безопасность по-новому. Да начнется «Кибер-Арена». Считанные секунды до моего выхода на сцену. После этого я прерву репортаж и стану ведущим нашего шоу. Сейчас мы находимся за кулисами. Как видите, здесь все практически готово. Жюри также на своих местах. Здесь невероятное волнение, адреналин. Участники, вы готовы? Да! Они готовы, мы можем начинать. Дорогие друзья, добро пожаловать на «Кибер-Арену» — первое интеллектуальное онлайн-шоу в России о кибербезопасности. «Кибер-Арена» — это клуб специалистов в сфере информационной безопасности и информационных технологий. Но интересен он не только профессионалам, ведь вопросы касаются реальных событий, в которых может оказаться каждый из нас. Премьера нашего проекта состоялась в апреле и вызвала колоссальный интерес. Мы решили продолжать развивать эту идею, двигать ее в массы. Финальная игра нашего шоу состоится в декабре в Москве. Уже отобрано две команды для финала. И сегодня мы узнаем имена еще двух команд, которые составят им конкуренцию в нашем суперфинале. Борьба будет острой, интересной, горячей. Участники будут давать не только правильные ответы, но нам хотелось бы, чтобы они были интересными, креативными и максимально необычными. Итак, состязание цифровых технологий, цифровых знатоков информационной безопасности участвуют сегодня 4 команды профессионалов, разумеется, во главе с суперкапитанами. У нас есть 3 раунда, чтобы выяснить, кто сильнее, кто круче на нашей кибер-арене. Победит та команда, которая наберет максимум баллов. Ну, согласитесь, это логично. Но вырваться вперед можно не только с помощью своих знаний здесь, а с помощью дополнительных баллов от наших судей, назовем их баллы симпатии, а также баллов от наших онлайн-зрителей. Дорогие друзья, вы сегодня не просто зрители, вы настоящие участники эфира. Вы вершите судьбы команд, вы можете за них голосовать. Поэтому внимательно наблюдайте за эфиром, определяйтесь со своими любимчиками и отдавайте им свои голоса в течение нашего эфира. У вас будет такая возможность. Ну что, прямо сейчас давайте знакомиться с капитанами и их командами, чтобы понять, а кому будет возможность отдать свой голос. Итак, первая команда изо всех сил. Давайте поприветствуем ее на нашей сцене аплодисментами. Изо всех сил. Разумеется, изо всех сил они будут стремиться к победе. Капитан Всеслав Соленик, настоящий эксперт в области предотвращения утечек информации. Иван Чернов и Иван Шубин, эксперты практики с солидным опытом. Интересный факт. Суммарный стаж команды в сфере информационной безопасности больше возраста самого молодого из участников. Я запутался, не понял, как это все расшифровывается. Всеслав, как это получилось? Что за такая вот непонятность? У нас просто настоящий сплав опыта и молодости. То есть, когда одно поколение, уже повидав силы, передает внутри даже команды опыт не только зрителям, не только всем, кто с нами сегодня, но и друг другу. И вот этот вот сплав, по идее, должен привести нас к победе. Всеслав, я смотрю на тебя, мы сегодня все чуть загримированы, у нас все-таки онлайн. Я не могу понять, ты про опыт или про молодость?
Про опыт или про что? Или про молодость. Ты юный или опытный? Понимаешь, все дело в том, что молодость — это страсть, любопытство и драйв. А опыт, он уже, скажем так, немножечко приземляет тебя, ты уже много всего видел и так далее. Вот когда ты это вместе, в единый такой сплав сводишь, получается успех. В общем, я так и не понял, в каком ты лагере, я так понял, что отшутился. Хорошо. Команда Stakeholders, команда под номером 2, давайте им поаплодируем. Все участники команды и, конечно, капитан вовлечены в сферу цифровых технологий. Могут продать, могут внедрить, а могут и защитить от хакерских атак. Капитан Лев Шумский — соавтор первой верифицированной ФСБ блокчейн-платформы MasterChain. В одной команде с ним также Михаил Ординарцев и Андрей Куликов. Девиз команды, как они сами написали: «Кто, если не мы, должны победить?» Да? Нескромно. Тем более, что у них уже есть богатый опыт участия в подобных интеллектуальных соревнованиях. Лев, что за интеллектуальные соревнования? Расскажите нам. Наша игра «Магнитогорские развлечения» вместе с Алексеем Лукацким. Конечно, наша игра Home Edition. Ну и «Киберарена». А каких результатов вы там достигли? На магнитогорских игрищах мы побеждали, как правило. В нашей игре мы выиграли две игры, но, к сожалению, эмоции пересилили, и мы проиграли в финале. А в «Киберарене» мы настроены серьезно, и, соперники, держитесь. Ну что, пожелаем вам удачи, да? Вот. Давайте поаплодируем, друзья, поддержим капитана. Спасибо. И всю его команду. А следующая команда также серьезный претендент на победу. Называется Default Name. Да, по умолчанию все игроки, все участницы команды и участники высокого класса. Капитан Алексей Комаров считает, что он фанат маркетинга в сфере кибербезопасности. Вот такое бывает. Вместе с ним Татьяна Пермякова и Алексей Шанин. Как говорят сами участники, таким составом они встретились впервые за 20 лет. Впрочем, раньше они тоже не встречались с таким составом. Вот, почему же вы все-таки решили прийти на киберарену, Алексей? Да, дело в том, что нас заставили. Долги, что вы думаете, здесь денежный приз? Нет, люди и обстоятельства. Вы же про информационную безопасность. Тут же слово «безопасность» главное. Неужто вы не могли дать отпор? Слушайте, я фанат кибербезопасности. Вот присутствующий один из членов жюри не даст соврать, что фанат он должен любить, а уметь, ну, как бы уже там по желанию. Ладно, я думаю, в течение эфира выясним, кто на вас наезжал, да, и отомстим этому человеку. Ну а пока я представляю четвертую команду, команда «Цикада». Аплодисменты команде под номером 4. Здесь профессионалы поймут, что это явно отсылка к «Цикада 3301», таинственной организации, которая с завидной регулярностью выкладывает во всемирную паутину хитроумные загадки и цифровые коды. Да, в этой команде есть техномаг, есть гик, есть человек младше, чем Windows 98. Да, такое бывает. Вот, интригует. Давайте познакомимся с участниками. Юлия Авдонина, Михаил Михайлов и Александр Быченков, тот самый капитан команды, с которым, собственно говоря, прямо сейчас пообщаемся. Александр, вот, я знаю, что вот вы были по обе стороны, чего не написано, но какой-то работы. Вы были хакером в свое время? Понять не могу. И можно ли про это говорить в эфире? Про это говорить в эфире нельзя. Нас никто не смотрит. Я не верю. Вон лампочка горит. Нас смотрит лампочка, это самое страшное. Итак, ну что, мы определились, соответственно, с командами, с ними познакомились, и сейчас мы должны узнать, какая команда первая рванет в наш цифровой бой, нам нужно провести жеребьевку. Каким образом она будет происходить? Все очень просто. У меня будет вопрос, ответ на него числовой. Да? И та команда, которая будет ближе к правильному ответу, получает право первым выходить в нашу арену. Уж не знаю, хотите ли вы быть первым, не хотите, отвечайте вот соответствующе. А вопрос такой, мы находимся с вами где? Петербург. На «Зенит-арене». «Газпром-арена». «Газпром-арена». Правильный ответ и не приносит вам баллов, потому что это не призовой пока вопрос. Вопрос такой. Сколько, соответственно, зрителей может поместиться на «Газпром-арене»? 68 тысяч. 68 тысяч. Так, подождите, я запишу 68 тысяч от вас. Итак, 68 тысяч. Команда «Default Name» 68 тысяч. Есть какие-то еще есть варианты? Есть. Так как мы это обсуждали, 68 тысяч. Я еще раз запишу 68 тысяч. Я скажу, давайте так, забегая вперед, это неправильный ответ, поэтому не повторяйте 68 тысяч еще два раза. Итак, я прошу, Лев. 61 тысяча 500 зрителей. 503? 503, 504. 61 тысяча 503,5 запишу, раз вы не определились. И команда «Изо всех сил», ваш ответ. Давайте 75 тысяч.
Ну, вы, конечно, патриот «Газпром-арены», да? Ответ такой. 62 315 человек. И сейчас надо поаплодировать этому факту. Самый сложный момент нашей игры. Я должен в уме посмотреть на эти четырехзначные числа и понять, какой из них ближе к правде. Ну, давайте вместе разбираться. 68 тысяч – это где-то далеко. Вот, 65 тысяч, да, вы ответили, это близко. И 61 503, что ближе? 61 503 – это самый близкий вариант, поэтому начинать будет команда стейкхолдерс. Вы будете под номером 1, давайте поаплодируем команде. Дальше будет команда изо всех сил, они под номером 2. Ну и я не знаю, как вы будете делиться вот, на третьей четвертой. Мы выйдем одновременно, мы договоримся. Более того, вы будете даже за одним столом. Поэтому давайте, как у меня записано, так и будем двигаться. Default name будете третьи, и команда Цикада, вы будете под номером 4. Договорились? Обид нет? Никаких. Какие могут быть обиды на ведущего? Я же тут многое решаю. Ну что, уважаемые зрители, прямо сейчас, как я говорил, у вас будет возможность, ну не сейчас, чуть позже, отдавать свои голоса любимой команде. Ну а сейчас мы с вами попробуем подключиться к онлайну и проявить свою активность. Если вы нас смотрите на нашем официальном сайте arenacyber.ru, то вы молодцы. Если смотрите не на официальном, переходите скорее на официальном, ведь только там есть возможность голосования. И первый опрос прямо сейчас мы запускаем в эфир. Опрос такой. Почему вы смотрите Киберарену? Первый вариант ответа. Я интересуюсь IT. Второй вариант ответа. Я специалист ИБ. Третий вариант. Друзья посоветовали. И четвертый вариант. Увидел рекламу и заинтересовался. И пятый вариант от меня, это потому что вы моя мама. Мама, привет, она всегда смотрит все, что я веду. Ладно, четыре варианта есть. Вот, пожалуйста, определяйтесь, голосуйте. Чуть позже мы проверим, какой вариант набрал больше голосов. Ну и сейчас вот хочется познакомить вас еще с одним человеком, который будет помогать в нашем эфире. Это моя прекрасная соведущая Анна Луцева. Вот, популярная актриса театра и кино, мастер спорта международного класса по бальным танцам. А это важно в кибербезопасности. Вот, возможно, она в шпагате будет сейчас блеснуть. Стать в эфире. В общем, Анна готова выйти на связь и рассказать, какие страсти кипят в нашей бэкстейдж-зоне. Ань, привет! Да, Дима, привет. Спасибо большое за такой комплимент. Я ведь действительно могу сесть в шпагат и удивить тебя, поверь мне. Всем привет, друзья. Всем привет, кто нас смотрит, наблюдает, видит, слышит. Итак, друзья, сегодня вместе с участниками команд я буду делиться с вами впечатлениями от игры. Мы будем внимательно следить за всем происходящим. Друзья, сейчас здесь со мной находятся все участники команд. Ребята, ну как ваш боевой дух? Что ж, мы готовы. Итак, ребят, поднимите ручки, кто выходит первым и вторым, чтобы зрителям было понятно. Ну, расскажите, не страшно это выходить первым очередь, в первую очередь? Волнительно очень. Ну, у нас был план не выходить первыми, но что-то не получилось. А мы вторые выходим, но тоже волнительно. Не обидно, когда по жеребьевке, ну, выходите третьими и четвертыми, нет? Обидно первым. Обидно первым? Почему? Ну, как-то по-другому договаривались. По-другому договаривались. Ну что ж, ребята, мы готовы. Давайте вместе скажем, мы готовы. 3-4. Мы готовы! Итак, Дима, расскажи, пожалуйста, кто у нас сегодня в жюри? Ань, сейчас расскажу. Я дело в том, что только слышал вас, не видел. Вот вы там так громко кричали в начале. Вам что, горячее принесли? Я понять не могу. Ага. Да, присоединяйся к нам. Сейчас подойду. Ну, давай, раз ты спрашиваешь, я расскажу про нашу судейскую бригаду. Тем более, это интересно не только тебе, я уверен, но и нашим игрокам, а тем более всем нашим зрителям. Итак, кто же эти подлинные мастера своего дела, знатоки информационной безопасности? Алексей Лукацкий, автор уникального контента по кибербезопасности, специалист с широчайшим кругозором, мнение которого невозможно не учитывать. Мощные аплодисменты Алексея, друзья, он красиво восседает на троне своей вот этой судейской ложи. Вот, Алексей попросил, ему включили свет, я надеюсь, мы вас не разбудили. Так, далее, в этой игре председатель жюри Рустем Харидинов, президент профессиональной ассоциации в области защиты корпоративной информации, он знает все о кибербезопасности бизнеса. Аплодисменты нашему председателю жюри. Валентин Макаров, да, знакомый нам член жюри, вместе с нами сегодня смотрит шоу в прямом эфире. Ну, а вот еще одного члена жюри я представлю с особым трепетом. Это особый гость киберарены, человек, который, ну, находится вне IT-сферы, да, но, тем не менее, он точно знает, что такое азарт, борьба, накал страстей, настоящая победа. Он не раз выходил на арену, но не кибер, а настоящую, большую, спортивную арену. Вот, представляю вам, друзья, Михаила Киржакова, известного футболиста, вратаря команды «Зенит», надежного стража защиты наших
киберворот. Сегодня у нас ворота такие. Михаил, вам добрый день, добрый вечер, здравствуйте. Хочется понять, насколько вы сильны в теме кибербезопасности. Сколько у вас цифр в вашем пароле, например, от почты? Добрый вечер всем, всем участникам, зрителям. Сколько цифр у вас в пароле от почты? Честно, не помню, потому что уже супруга составляла. Да, это пробел в кибербезопасности. После сегодняшнего эфира вы поймете... Я честно, я удивить не смогу сегодня, честно признаюсь. Ничего страшного, тогда поделитесь, а что для вас значит вот арена, само это слово? Для меня арена — это место, где накаляются страсти, где бушуют эмоции, а также присутствует соревновательный дух и стремление к победе. Ну что, тогда мы желаем вам удачи и сегодня просветиться в теме кибербезопасности и сменить свой пароль на более надежный. Так, ну что, давайте мы сейчас вот что сделаем. Передадим слово Алексею Лукацкому. Поприветствуем нашу аудиторию. Алексей. Да, приветствую, коллеги. Мы собрались не только в городе колыбели мировой революции, но и в городе, в котором, наверное, Львов гораздо больше, чем жителей, что позволяет вам выступить в таких роли кибергладиаторов и продемонстрировать не только свой кругозор в области кибербеза, но и чувство юмора, чтобы не только скучными какими-то рассказами про кибербез поражать зрителей, но и своим фаном заразить людей, чтобы они все больше и больше вовлекались в тему кибербезопасности. Алексей, вот а кибергладиаторы, как настоящие гладиаторы, должны обнажать свой торс? Ну, как минимум, приветствовать Цезаря они точно должны. Я так понимаю, что Цезарь — это вы. Я этого не говорил. Да, но имел в виду. Ну что, Рустем, мы просим вас поддержать наши команды и тоже высказаться, поприветствовать аудиторию. Да, коллеги, я хотел бы заметить, что львы есть и на второй стороне тоже, привет, Лева. Хотел напомнить, что мы всегда говорим, что самое слабое звено в кибербезопасности – это люди. И вот у нас есть хороший шанс для того, чтобы нашим зрителям в доступной развлекательной форме еще чуть-чуть их прокачать в области безопасности. Пожалуйста, думайте об этом, когда отвечаете на вопросы. Спасибо. Спасибо большое нашим судьям. Желаем им сегодня хорошего вечера, ну и приятной, легкой работы в плане судейства. Ну а сейчас мы вернемся к нашей аудитории, к нашим онлайн-зрителям. Мы спрашивали вас, почему вы смотрите «Киберарену». Вы предлагали 4 варианта ответа. И самый популярный ответ – потому что я специалист eBay, информационной безопасности. Ну, здорово, что нас смотрят спецы. Это классно. Но, опять же, мы вот готовы ориентироваться на более широкую аудиторию. Так что отправляйте эту ссылку своим друзьям, соседям и вот этим людям из чата подъезда, да, пусть они тоже поймут, насколько важна кибербезопасность. Ну и сейчас, я так понимаю, что мы должны отправить часть команд на легкий перекур, легкую паузу, оставив здесь первые две команды, которые начнут с нами сражаться. Так, команда Stakeholders, это команда под номером 1, команда изо всех сил, команда под номером 2, вы остаетесь на нашей арене, а другие два капитана арену покидают. Давайте еще раз аплодисменты друг другу. Мы тут, да, легкие перестановки, соответственно, в нашей игре. Да, я советую вам все-таки встать по разные стороны. Вот, ну и в идеале, конечно, было бы неплохо, если бы вы пригласили своих коллег, тех, кто будет вместе с вами сражаться, потому что все-таки первый тур, тур командный, и здесь... Я старался. Какая разная тактика. Кто-то обходит меня сзади, кто-то спереди. С чем-то связано, не понимаю. Ну что, мы готовы к первому раунду. Это раунд «Дуэль команд». Так, хватит засматриваться на нашу девушку, выносящую таблички. Я понимаю, глаз радует, но здесь мы все-таки про безопасность. Давайте вкратце о правилах первого раунда. Вам необходимо в этом раунде быть настоящим знатоком правил цифровой гигиены, которые защищают каждого из нас от угроз цифрового пространства. Команды в блиц-режиме, то есть быстро должны отвечать на вопросы, ну а жюри проследят за тем, чтобы ответы были верные, не повторялись, ну и били точно в цель. Если вдруг жюри издает звук, ну и, да, соответственно, специальной кнопкой, то это значит, что ваш ответ не засчитывается. Давайте попросим Рустема, председателя жюри, нажать на кнопку. Никто не испугался? Потому что ничего страшного не произошло. Это если первая ошибка.
Вторая ошибка, сверху начинает вот литься дождь, и третья, под вами открываются створки, и вы падаете, выражаясь футбольным языком, на дно турнирной таблицы. Ну что, правила я рассказал, это значит, что мы практически готовы переходить. Опять же, да, повторюсь, это блиц. Если вы отвечаете правильно, то ход переходит к сопернику. Если вы ошибаетесь, слышите звук, ход также переходит к сопернику. Ну а в конце раунда мы подведем итоги, посмотрим, у кого больше промахов, больше правильных ответов, и поймем, кто победил в вашей конкретной дуэли. 60 секунд я уже сказал, давайте будем приступать под ваши аплодисменты. Мы начинаем первый раунд и первый вопрос. Ух, волнительно. Генеральный директор нанял новую секретаршу и потребовал от вас отключить антивирус на ее компьютере. Вот так вот, там другой вопрос, отлично. Давайте, с другой стороны, все просто, ребята, у меня двусторонние карточки. Итак, вы знаете уже следующий вопрос. Хактивисты объявили в Твиттере о начатой против вас кампании. Ваши действия. Начинает команда слева, пожалуйста. Связаться с пиарщиками, чтобы они подготовили кампанию против этой публикации. Ответ принял. Команда справа. Проверить с помощью сервисов Async, которые или есть, или нанять их, для того, чтобы проверить, что действительно есть подобная кампания, идет ли она или нет. Есть ответ принят. Продолжим. Проверить систему мониторинга, есть ли какие-то активности на периметре. Ясно. Проверить средства защиты, актуальна ли база сигнатуры, актуальна ли обновление, готовы ли мы к атаке. Зачем? Ответ засчитан, нет красного сигнала. Провести аудит внутренних систем. Отлично, дальше. Еще 20 секунд. Уведомить, естественно, руководство компании, собрать кризисный комитет для того, чтобы обработать данную ситуацию, и все были в курсе, и выработаны были какие-то решения на управленческом уровне. Принято, продолжим. Рассмотреть вопрос страхования киберрисков. И 6 секунд на ваш ответ. Уведомить НКЦКИ о том, что против нас, скорее всего, у нас стартует компания. Ну что, время вышло, аплодисменты, справились. Я уж не знаю, я прям смотрю здесь напротив на Михаила и понимаю, что мы с ним на одной волне сегодня. Честно, я бы просто из розетки выдернул бы у нас компьютер. Субтитры идут в передаче вот для тех, кто пока в ИБ не разбирается, но мы сегодня станем профессионалами. Итак, ну что, судьи, вам решать, кто побеждает в этой дуэли, поскольку промахов не было ни у одной, ни у другой команды. К председателю жюри я обращаюсь. Итак, пожалуйста. Ну, счет был 4-4, обе команды дали по 4 правильных ответа. Это да. И я бы поделил между ними очки, если это возможно. Странно, мы очень долго репетировали нашу передачу, но, к сожалению, такого варианта мы не предусмотрели. Нельзя так делать. Отлично. Тогда мне понравилось слово НКЦКИ. Мало кому знакомое, поэтому очко уходит. Поговаривают, что у некоторых зрителей нашей сегодняшней киберарены это слово выбито в виде татушки на плече. Ну что, вы выигрываете в этой дуэли в первой, да? Вот, молодцы, вам присуждается балл. Вы не расстраивайтесь, все еще впереди. Давайте поприветствуем команду и провожаем их с нашей арены на легкий переход. Выиграла команда справа, команда Stakeholders. Нет. Ой, команда изо всех сил, боже мой. Ай-яй-яй. Просто это не самое мое любимое слово. Ну что, приглашаем две команды, которые пока на эту сцену не выходили. Команда Default Name и команда Цикада. Они тоже сейчас сразятся с нами. По левую руку от меня Цикада, по правую руку Default Name. Наоборот. Да, если вы... я просто лево и право путаю. Команды-то я помню. Левое это. Левое это. Левое... Черт, ладно, ребята, как вы понимаете, я силен не только в теме информационной безопасности, но и сторон. Так, ну что, надеюсь, что следующий вопрос у меня в карточке и на экране он будет одинаковым, поэтому я перелистываю карточку и зачитываю для вас вопрос. Правила те же самые. Ваш единственный специалист по безопасности получил предложение о смене работы с ростом зарплаты в 2 раза. Он уходит через 2 недели. Ваши действия, пожалуйста, начинайте. Да. Мы делаем контрпредложение. Боремся за специалиста. Боретесь за специалиста. Хорошо. Что делать? Оцениваем самого специалиста, и на самом деле, возможно, его можно заменить. Возможно. Я вижу, как Алексей жмет на кнопку, но почему-то сигнал не работает, но он... Да.
Михаил, да, Михаил тоже нажал на кнопку. Да, да, извиняюсь. Да, у меня вопрос про контрпредложение. Это повышение заработной платы? В том числе. Отлично, все. А, все, супер. Как, спасибо. Кому, как не футболистам, знать про повышение заработной платы в два раза? Это приятная часть их работы, как мне кажется. Так, ну что, у вас был промах, продолжим. Так, ну, на всякий случай нужно сделать аудит его прав доступа, паролей, логинов системы, да, к которым он имеет доступ, и на всякий случай временно, возможно, стоит ограничить какие-то права в наиболее критичных системах. Есть 10 секунд у вас. Проверить, что делал пользователь в последнее время. На самом деле, возможно, слив с его стороны, слив данных. Ну, время вышло, да, по нулям, 60 секунд прошло. Давайте поддержим команду, было горячо. Ну и здесь, я думаю, что я справлюсь без судейской команды. У вас есть один промах, поэтому, да? Поэтому вы победители. Итак, давайте сейчас мы точно подытожим, чтобы я ничего не перепутал. Это у нас слева, да, и это команда Default Name. Yes, я справился. Итак, вы наши победители в этой дуэли. Мы вас просим здесь остаться, вот, ну а вас провожаем на легкий перерыв и приглашаем сюда победителя нашей первой дуэли. Сейчас битва титанов, вот, ну а затем у нас сразятся команды, которые, ну, чуть менее удачливы были в этом раунде. Итак, битва титанов, друзья, это команда Default Name, она на своем месте осталась, и команда изо всех сил. Ну что, готовы? Та же самая история, вот, та же самая ситуация, те же самые 60 секунд. Итак, погнали. На всех принтерах вашей компании распечаталось требование выкупа от шифровальщика. Ваши действия. Команда слева отвечает. Мы. Лево — это мы? Лево — это вы. Лево — это мы. Мы в первую очередь проверим логи. Действительно ли это какой-то инцидент или это кто-то из сотрудников пошутил? Парируем. Мы срочно проверим дату последнего бэкапа на случай, если действительно будет шифрование, сможем ли мы восстановиться. Отлично. Выключим принтер, остановим печать. Во-первых, расход ресурсов, во-вторых, панику ограничим. Посмотрю, откуда идет печать, сниму дамп оперативы конкретного хоста для потенциального выяснения и расследования, как это туда пришло, есть ли там в открытом доступе ключи для шифрования и сбор улик для последующего разбора инцидента. Тут мне прошлый раунд подсказал, что есть хороший ответ сообщить в НКЦКИ. Я тоже знаю это слово. Хорошо, принято. Пилот решение, если его нет. Решение антилокер, которое может, если что, расшифровать или что-то еще сделать. EDR решение какое-то такое. Время вышло. Я так понимаю, у нас ровное количество ответов у той и другой команды. Я хочу сказать о том, что если на ваших принтерах компании распечатывается много чего-то, то эта компания богатая. Сколько сейчас стоит бумага? Вот. Поэтому у этой компании все хорошо, и наверняка специалисты по ИБ тоже крутые. Так, ровный счет, и вновь я обращаюсь к судьям, к председателю. Кто здесь победил, кому присуждаем победу в этой дуэли? Опять это заветное слово из четырех букв или по-другому определится судьба победителя? Ну, чтобы все ответы у нас не стали НКЦКИ в нашей викторине, победитель или те, кто не назвал этого слова. Отлично, изо всех сил. Я сейчас думаю, сколько там букв НКЦКИ? 4, действительно. Ну что, браво, мы вас, ребят... 5. Опять? НКЦ. Право там, лево здесь, букв 5. Я так и гонорары считаю, честно говоря. Да. Ну что, все, уходите. Уходите, чтобы не помнили этого позора, как я не могу сосчитать 4 буквы против 5. Что дальше? А дальше мы приглашаем две команды, которые в первом своем бою, ну, чуть-чуть были хуже. Ну, сейчас у них есть возможность справиться. Итак, они совершили по легкому промаху, но их сейчас ждет еще одна ситуация. Та ситуация, которую я вначале даже немножечко озвучил. Готовы? Итак, поехали. Генеральный директор нанял новую секретаршу и потребовал от вас отключить антивирус на ее компьютере и не контролировать посещаемые ею сайты. Ваши действия. Итак, начнем. Провести беседу с генеральным директором и запустить программу Security Awareness в компании. Есть что? Пытаться изолировать компьютер от сети. Возможно, использовать DLP-систему. Возможно. Изолировать компьютер секретарши от других систем, вообще от сети. Дать ей доступ только в интернет. Возможно проверить действия, поскольку наличие такой просьбы может говорить о том, что действия были неправомерные. Так, спасибо.
Установить агента DLP для последующего контроля ее действий. Сайты мы не контролируем, но контент мы контролируем. Есть что добавить? Время, ребята. Регламентировать дальнейшее, будущее. Ну, не волнуйтесь, у вас... Я не волнуюсь. А уже, в принципе, нет смысла волноваться, поскольку время вышло. Мы готовы провести... Ну, что началось? Зачем? Ну, это же нечестно. Ну, нельзя добивать лежачего, нельзя. Все. Итак, в принципе, вы в этом раунде побеждаете, поскольку здесь один промах, у вас их не было. Поэтому, друзья, аплодисменты. На этом наш первый тур, в принципе, завершен. Итак. Коллеги, жюри просит слово. Ой, я думаю, откуда звук? Да, пожалуйста. И кто здесь? Почему-то не прозвучала версия уволиться, которая вначале у меня возникла. Вот. Все-таки безопасники цепляются за свои рабочие места, да? Отлично. Алексей? Да, но при этом чувствуется опыт у команды Stakeholders. Видно, что у них есть свои секретарши, потому что они четко бьют по тем болевым местам, которые надо осуществлять. Победа достойная. Какие проблемы с секретаршами? Ну, сидит она там в одноклассниках, пусть сидит. Чем она мешает рабочему? Если секретарша одноклассников, ей лет 60 должно быть. Мы за опыт все-таки берем на работу людей, да, а не, знаете, за что-то другое. Хорошо. Так, ну что, аплодисменты еще раз командам. Да, я, наверное, вас буду отпускать. Вы же не против? Да? Да, уходите. Останьтесь, давайте вы тоже выслушайте, да, результаты, посмотрите вот на них. Я к Михаилу, наверное, обращусь, да, поскольку вот он не высказался после этого раунда. Михаил, сейчас была командная игра, футбол тоже игра команды. Бывает наверняка такое, что отстоял на воротах, да, здорово, на сухую, много чего отбил, защитил. Ну, а, например, кто-то из команды не забил пенальти, вы проиграли. Вот не обидно, когда в команде кто-то ее чуточку притапливает? Ну, проигрывать всегда неприятно, обидно, но на то и команда, да, мы должны выручать друг друга и идти вместе в едином порыве к цели, к победе. Как считаете, наши сегодня команды справлялись, они поддерживали друг друга в первом испытании? Ну, они действуют достаточно слаженно. Спасибо. Ну вот, друзья, отличное мнение. Я сейчас вновь обращаюсь к нашим зрителям. Друзья, опрос уже появился на экране. Опрос максимально простой. У нас 4 команды. Выберите своего любимчика. Кто ваш фаворит в первом туре? Кому вы отдадите голос? Это дополнительный балл, который реально может решить многое. Да, может быть, даже это будет судьба победы в нашей сегодняшней схватке. Поэтому, пожалуйста, голосуйте. Вот, не стесняйтесь. Да, мы очень-очень-очень ждем. Давайте, наверное, еще вот по результатам первого тура. Пару фраз от Алексея и Рустема. Пожалуйста, Алексей. Не, было достаточно живенько. Чувствуется в определенных направлениях команды опытные. В определенных, к счастью для них, они пока, может быть, не сталкивались с какими-то кейсами. Но на то у нас и игра. Отработка сценариев, с которыми они, если столкнутся, они будут знать уже, что делать. Потому что другие команды им подсказали разные варианты. И в этом, собственно, суть киберарены. Спасибо. Алексей, Рустем, кому достанется балл, судейский дополнительный балл в первом туре? Какую команду вы порадуете вот этим супербаллом? Да, если бы я мог, я бы дал, конечно, ведущему. Да, потому что, как тоже немножко вратарь, только хоккейный, я могу сказать, что если вратарь не пропускает голов, то команда не может проиграть. Вот. Вы точно так же считаете буквы, как и голы. Вот. И, ну, на самом деле, я всех игроков знаю и люблю, да, мне, я понимаю, что мне потом скажут после, когда я этот балл не додам, но стейкхолдеры, любовь моя, потому что там работают мои коллеги и мои заказчики одновременно, не могу себя сдержать, извините. Да, как после слова «стейк» вы чуть, мне кажется, сглотнули слюну, да, вспомнив все-таки о большом куске мяса, вот, потому что эта ассоциация тоже приходит мне в голову. Ребят, как первый тур? Легко, сложно, вот, сбросили волнение, нет? Огонь. Так, а у вас тоже? Все чудесно. Все чудесно? Ага. Ну, а что волновались вначале? Я не волновался, я слово забыл. Я тут цифры забываю. Я запнулся. Бог с ним со словами. Так, ну что, балл получен. Баллы, которые вы заработали в битвах, тоже уже ясны. Мы сейчас скоро увидим таблицу. Вопрос за малым.
а понять, как распределились голоса вот, среди наших зрителей. Итак, команда Stakeholders получила балл от зрителей. Поздравляем команду Stakeholders! Вау! Так, ну что, взглянем ли мы на итоговую таблицу, как вы думаете? Посмотрим на нее. А результаты первого раунда, какой расклад, но это лишь первый раунд, все может измениться. Итак, вот они голоса. Изо всех сил 4 балла, Stakeholders 4 балла, Цикада 3 балла и Default Name 2 балла. Ну что, отличное начало, но не для всех. Вот, так что не расстраивайтесь, все еще впереди. Ну а пока идет подготовка к второму раунду, давайте выясним, какие впечатления от дуэли у двух команд, которые находятся уже в нашей бэкстейдж-зоне. Ань, тебе слово. Как там у вас дела? Да, Дима, спасибо большое. У нас дела отлично. Итак, сейчас мы узнаем о впечатлениях об игре во втором раунде у наших команд-победителей. Итак, во втором раунде, в первом раунде выиграли. Изо всех сил, получается. И Default Name, получается. Ну что ж, ребята, делитесь вашими впечатлениями. Каково это было? Эмоции, ощущения, впечатления? Слушайте, ну страшно было, особенно когда надо было выговаривать это сложное слово НКЦКИ, но в целом, я думаю, мы достойный уровень показали и не планируем сдавать дальше. Слушайте, я кибер учил, наверное, минут 5, мне все хотелось сказать гибер, а тут такое сложное, наверное, я бы не произнесла. Что сказать, второй вопрос или вторая часть нашего первого раунда была прям как на инциденте, нужно быстренько сориентироваться, вспомнить и самое интересное начать делать. Угу. Безумно все быстро несется. Вот на репетиции все было так медленно, и раскачка была какая-то, а здесь прям хоп. Да-да-да, я уже во втором раунде. С машиной времени. Я проявила свои навыки аналитика, разбирались с ведущим, где лево, где право, сколько букв в аббревиатуре НКЦКИ, разобрались. Ребят, кстати, вы заметили, мы сиамские близнецы, у нас беленькие костюмчики. Так, ребят, ну вы поделитесь ощущениями. Игра полна, конечно, неожиданностей. Как можно было занять второе место и оказаться на четвертом в таблице. Игра полна сюрпризов, да. Да. Напряженно, интересно, надо придумать новое волшебное слово для победы. Ребят, а вот скажите, не было страха? Ну вот я, например, когда выхожу на сцену, даже если я в сотый раз играю спектакль, у меня зажим, ноги ватные, тело ватное, речевой аппарат вообще не работает. Проходит 5-7 минут, и все, я уже выдохнула, я уже в обстоятельствах, пьесе, зрители, фанфары там и так далее. Расскажите, какие у вас ощущения? Был какой-то стопор, зажим или было спокойно? Да нет, вообще все здорово, никакого страха. Мы знаем, что мы на расслабоне, на уверенном идем, мы так и планируем дойти до конца. Может быть, только девочки нервничают сейчас? Нет. Это вопрос к нам, да? Да, тоже немного нервничаю. Хотела сейчас, в смысле, передам, но сначала вам. Да, на самом деле, единственное, что немножко смущает, плохо смотреть на экране вопросы, потому что ослеплен бесконечной красотой этого города, этой арены. А я думаю, вы скажете мною, ну ладно. Адреналин, я бы не сказал, что это страх, это адреналин, который ускоряет себя и позволяет быть гораздо быстрее, чем даже обычно. Так что... Да, но по поводу адреналина, бывает же происходит стопор, человек думает, блин, я все забыл, а все же знал. Бывает стопор, бывает штопор, по-разному бывает, но... Штопор — это позднее, подождите. Ладно. Ну, две же реакции бывают, бей или беги, вот мы и бежим. Да, ну я обычно бью. Ребят, вы? Страха нет. Да. Нам дали эликсир храбрости. Мужчина, да? Вот это значит настоящий мужчина. Ребят, скажите, на что было похоже вот сейчас, вот с чем столкнулись на киберарене? Это было похоже на игру или мозговой штурм, или для вас это обычное производственное совещание? Ну, это похоже на разговор с начальником, на самом деле. А вот это что, а вот это как? Надо быстро отвечать, за 10 секунд какую-то правильную версию высказывать. Это вполне проверенная схема. Молодец, что ж сегодня, ребят? Даже не за пару секунд может быть, но, слушай, там через 2 часа у нас совещание, вот у нас тут горящий вопрос, никто ничего не знает, сделай, пожалуйста, там, презу или там подготовь ответ на вопросы. И секретарша, принеси, пожалуйста, кофейку, да? Да, она говорит, не принесу, меня в Одноклассниках забанили. А, ой, простите! Хочется пошутить, что секретарша интервью берет, ладно. Это я. Ну зачем ты все рассказал? Ну. Прости. На самом деле на киберарене мы столкнулись в первую очередь с классными и уже любимыми на самом деле коллегами-профессионалами. Это в первую очередь. Я дополню предыдущего оратора. Действительно, на самой арене во время репетиции создавалось ощущение, что это сцена. Mm-hmm. Сейчас ты вышел, и там такое комьюнити, все друзья. Всем просто интересно порассуждать, подискутировать. Mm-hmm. Это очень классная, расслабляющая атмосфера.
Да, но самое главное, чтобы у нас как бы пул ответов не скатился в итоге к 3-4 словам волшебным, да? Хотя, в принципе, по большому счету, при реагировании на инциденты, оно базовые это действия, они в большем части это одинаковые. Вот хочется пожелать как-то организаторам из этого попробовать выйти в следующих. Я думаю, что мы услышим, да? Да, я не соглашусь с тем, что все спокойно, как бы гладко и так далее. Наоборот, похоже на реальную ситуацию, когда заказчик принес, говорит, у меня вот из принтера вылазит там что-то. Вот, думаешь, блин, чем помочь? Что ж, ребят, спасибо большое за ваши ответы. Я думаю, что мы продолжаем нашу игру на кибер-арене. Итак, друзья, у нас впереди второй раунд нашей игры, нашей интеллектуальной битвы. Вот, это будут задания на логику, ассоциации, разгадывание визуальных шифров. Давайте приступим ко второму раунду. Один против всех. Задания второго раунда у нас состоят из 4 блоков. В отличие от первого раунда, команда играет не в полном составе, а вот, знаете, лучших из лучших выбрали команды и направили вот на нашу игровую тумбу. Ребята, это не магические шары, на них нельзя гадать. И это даже, поэтому зря вы так прикоснулись к этим кнопкам. Мы сейчас проверим, как они работают, но буквально через секунду. Я скажу о том, что у каждой команды есть не то чтобы возможность, а обязанность провести замену игрока, одну замену в течение этого раунда. Если команда не сделает замену, тогда у них вычитается 1 балл. Так что давайте, сделайте замену, и будет вам счастье. Что еще? Розыгрыш каждого вопроса идет 60 секунд. Вот, когда я задам вопрос, начинается отчет. Если игрок готов ответить, то необходимо, соответственно, нажать ту самую кнопку. Если кнопку вы нажали одновременно, а такого не может быть, у нас техника, электроника, все проверяется. Ну что, кто готов побороться за победу, давайте попробуем поджимать кнопки только в порядке. Так, первая команда — это команда Stakeholders, жмем. Все, отлично, ваша кнопка работает. Вторая команда — изо всех сил. Тоже идеально. Default Name. И Цикада. Все работает. Я, честно говоря, ждал каких-то звуков. Вы хотя бы сами издавайте их, вот, чтобы мы понимали. Так, единственное, что у вас нету микрофонов ни у кого, поэтому не забывайте брать микрофон, да, во время ваших ответов. Ну что, давайте вот что еще я скажу. Вы не только должны давать ответы, которые могут быть правильными. Конечно же, надо эти ответы обосновывать, расшифровывать, но и как-то давать логику своих рассуждений. И даже если при всем этом ответ будет неверным, неправильным, а логика понравится нашим судьям, то тогда вы сможете заработать заветные баллы. Кроме того, в этом раунде, во втором раунде, у нас есть криптосейф. Я сейчас прошу показать этот криптосейф, который больше похож на коробку для модной шляпы, конечно, но поверьте, он защищен со всех сторон. Если команда вот знает и предполагает верный ответ, что находится в криптосейфе, вы просто нажимаете на кнопку и говорите мне: «Эй, ведущий, а у меня есть предположение, что в криптосейфе». Я даю вам возможность определить, и вам доступно 2 дополнительных балла, если ваш ответ будет правильным. Если неправильным, то вы просто теряете возможность дальше отвечать на вопрос, что в криптосейфе. В общем, у каждого по одному шансу, по одной такой возможности. И я прямо сейчас, внимание, зачитываю задание криптосейфа. В кластерных решениях с УБД важно, чтобы все узлы имели доступ к актуальной версии данных. То, что лежит в криптосейфе, позволяет увеличивать скорость репликации данных в кластере с УБД. Что в криптосейфе? И первый, кого я прошу ответить на вопрос, это Михаил. Михаил, есть вариант, что в криптосейфе?
Есть. Что? Вы удивлены, да? Просто у меня нет. Слушай, на самом деле, я не знаю, что там лежит. Все, что угодно. Но я знаю, чего там точно нету. Это такая подсказка будет, да? Да. Там точно нету суперкубка. Потому что... Не влезет. Нет, потому что после игры с Спартаком и нашей победы он у нас на хранении, на вечном. Все, дома у вас лично? Нет, у нас. А, это у клуба. Я про клуб, да, про команду. Хорошо, так. Если это поможет, то... Но это не особо поможет, если честно. Вот, но я сделал все, что мог. Одно слово из сотен тысяч мы вычеркнем. Это не суперкубок. Вот, хотя было бы здорово на него взглянуть вживую. Ну что, если у вас есть, кстати говоря, у кого-то догадка, что может быть в криптосейфе, можете нажать на кнопку. Если нет, то мы будем двигаться дальше. Я жду, нет? Двигаемся дальше. Хорошо, хорошо. Итак, значит, мы будем переходить к первой серии вопросов. Я напомню, что в этом раунде вопросы разделены на подвопросы с разной логической историей, но я про все это буду вам рассказывать. Итак, я еще раз напомню, что один балл, вот, соответственно, на ваш счет за правильный ответ. Нужно логическое объяснение. Есть 60 секунд. Если вы отвечаете неправильно, неверно, то может ответить кто-то из ваших коллег, ваших соперников. В общем, я думаю, что можно начинать, если вы не против. Готовы? Да. Так, ну что, я тогда беру, соответственно, раскладываю поаккуратнее свои таблички, чтобы они никому не мешали. Беру карточку, и на вашем экране появляется первая загадка. Вот посмотрите внимательно. Легендарная команда. И еще две какие-то картинки. Я напомню, что мы сегодня про информационную безопасность. Каким-то образом вот все должно быть около этого. Да, правильный ответ... Вот, я прошу четкий, с какой-то логикой. Итак, пожалуйста, изо всех сил, что это? Так, ну мне кажется, все максимально очевидно. У нас здесь присутствует команда, у нас здесь присутствует синий цвет. Речь идет о Blue Team. Это команда, которая защищает киберполигоны и всякие такие штуки. Ну это абсолютно правильный ответ, Blue Team, потому что Зенит — голубая форма, правильно? Вот, соответственно, Blue Team абсолютно верно. Браво, браво, браво. Я думал, что мы, собственно, не справимся так легко. Переходим к следующему вопросу, к моей следующей карточке, следующей загадке на экране. Ну, прям здорово. Итак, следующая загадка, пожалуйста, она появляется на экране. Вау! Вот так вот сразу, стейкхолдерс? Да. А вы можете подумать, что у нас только одна картинка на... Первая всегда — это «Зенит», но нет, будут и другие варианты. Ну, здесь достаточно все просто. Стенка, огонь, хакер, фаервол, я думаю. Ну, или кибербезопасник, фаервол. Фаервол? Да браво, что происходит! Мы так щелкаем наши задачи. Я даже не успеваю перелистывать свои карточки, чтобы смотреть, что же у нас дальше. Итак, по одному баллу, девчат. Я верю, что вы здесь не за красивые глаза, у него шикарные, но давайте сразимся и попытаемся разгадать наш следующий ребус. Вот он на экранах. Так, ну, мы по очереди будем отвечать, да, я так понимаю? Default name, пожалуйста. Я думаю, что это утечка данных. А почему? Какая ваша логика? Капает из крана вода, кран, очевидно, закрыт, это утечка идет. Антидопинг, сейчас придумаю. Это что-то, например, утекла в интернет информация, что, например, какой-нибудь спортсмен использует допинг. А я думал, что допинг-пробу тоже сдают неким вытеканием, скажем так, из организма. Другая немножко у меня логика. Да-да-да. И красный цвет опасности, инцидента. А есть ли еще вот какие-то, может быть, версии у команд? 20 секунд, 15 есть? Нет? Ну, да, пожалуйста. Стейкхолдер. Может быть, это все связано с предотвращением утечек? То, что кран перекрывает антидопинговое агентство, тоже предотвращает, ну, какие-то нехорошие вещи, допинг использования. Ну и Красная Армия тоже что-то с защитой связано. Тоже защищает, предотвращает. Ну, смотрите, правильный ответ — утечка. Он, в принципе, был назван, да, вот плюс-минус. Вот, хотелось просто услышать вашу логику. И сейчас вот, поскольку я чуть сомневаюсь, мне хочется обратиться к судьям. Мы здесь кому можем присудить балл? Вот, где логика была более логичной, простите уж так? Ну, мне понравился ответ компании Default Name, потому что он действительно укладывался в общую картину. Особенно мне понравилось про закрытый кран, потому что действительно такое тонкое замечание, что кран закрыт, а оно течет. Вот. Ну и все остальное верно. Единственное, что стоит добавить,
что справа показан некий такой условный логотип группы условно-русских хакеров Fancy Beers, которые взломали агентство допинговое, антидопинговое ВАДА и раскрыли, собственно, секреты этого агентства, которые, может быть, никто не хотел видеть и слышать. Какие там секреты? Кто чем колется? Кто что ест на завтрак. Да-да-да. Так, ну так балл кому? Рустем, ты хотел прокомментировать? Нет, я сначала хотел, да, тоже дать балл ведущему, проассоциировавшему процедуру сдачи антидопингового теста и второй картинки. Но мне кажется, что дама ответила прекрасно. Первый и правильный. Итак, браво! Default Name получает балл за ответ на этот вопрос. Ну что, мы сейчас будем переходить к следующей серии загадок. Они у нас собраны в группу под названием «Вычитание». Я сейчас расскажу, о чем здесь речь. Но сперва я так посмотрю в сторону нашего коридора. Там нету желающих заменить вас. То ли команды решили, да черт, отдувайтесь сами. Либо, возможно, вы так хороши, да, что вас не отпускают с нашей арены. Итак, блок вычитания. Давайте расскажу, что это такое. Это новые головоломки. Несколько предметов связаны между собой чем-то общим. Но один точно лишний. Участники должны указать лишнюю иллюстрацию и дать правильное объяснение. Да? То есть одного просто ответа недостаточно. Нам нужны, соответственно, правильные объяснения. Давайте начнем. Итак, первая загадка. 60 секунд. Наше время. Вычитание. Давайте взглянем на экран. Так, default name, что это? Так, сейчас скажу. Пирамида. Денежная была у нас пирамида, связана с финансами. Что-то вот, сейчас я додумаю. Значок биткоина. А ты думаешь, подожди, так реально можно просто? Финансовая пирамида, что-то связано с финансами. Правильно? Логично? А я тут логично. Не подсказываю. Биткоин — это валюта. Это деньги, валюта. Но это воздух, скорее всего. Логично. Как сказать? Слева река, какая-то горная, поток, денежный поток. Подожди, а можно твой ответ узнать? Я к нему веду. Я объясняю и веду к ответу. И поэтому вторая картинка у меня лишняя. Что здесь лишнее? Вторая картинка. Неправильно. Вот. Давайте, наверное, мы честно дадим время ответить. Еще 5 секунд есть. Лишняя река. Можно обратно картинку, а то я не смогу обосновать. Смотрите, на второй у нас идет борьба, окончена борьба с преступностью. На третий биткоин — это много денег. На четвертый — это что-то древнее, монументальное. В общем, здесь зашифрован уход Алексея Лукасского из американской компании на пенсию, поэтому я считаю, что как раз-таки лишняя река, а все остальное очень подходит. Так, сейчас Алексей, я думаю, ответит, куда он ушел на самом деле. До пенсии ему еще далеко, возможно, ближе, чем некоторым нашим участникам. Итак, Алексей... Можно? Я же успевал нажать, пока секунды шли. Черт, я отвернулся, ну давай. Да-да-да, ты пропустился. Слушай, может быть, мой ответ будет близкий, но лишняя последняя картинка, первая с водой. Пирамида, биткоин, в какой-то мере финансовая пирамида можно посчитать. И, может быть, это, я карате вообще не знаю, но есть предположение, что, может быть, вот это отражение называется тоже пирамида. Ну, это же называется блок. Блокчейн. Правильный ответ. Я же проговорил. Подожди, стоп, поза. Правильный ответ — река, разумеется, это лишнее. Давай спросим судей сейчас, насколько приняли они ваш ответ. Рустем, Алексей. Мне кажется, оба исключили реку, да, там нельзя же, да, опять нельзя поделить очки. Вот, поскольку я уже оба раза давал преимущество каждому из отвечающих, Алексей, выбери, а то меня обвинят в предвзятости. Так, пенсионер Алексей из Москвы. Да. Тогда понятно, кому досталось, да. Это тяжелый выбор. Потому что при правильных двух ответах логика полностью отсутствовала в обоих. И это в том числе тоже говорит о неком наитии в действиях команд, что тоже полезно в кибербезе. Но за некий такой юношеский задор и наезд на метров и аксакалов кибербеза балл получит Иван. Команда Stakeholders. Прошу прощения, изо всех сил. Да. А что получит
дерзкий молодой человек. Мы стейк выясним позже. Вечером. Да. Да. Ну что, спасибо, браво, балл разыграли. Мы продолжим. Да, я так понимаю, что возникло желание заменить кого-то, но мы чуть позже, как доиграем вот этот раунд. Следующая загадка, вновь 4 картинки, одна здесь лишняя. Вот. Я думаю, что вам понятны все эти слова. Финцерт, BC-церт, Герт Гиб и Ру-церт. Итак, изо всех сил, прошу, пожалуйста. Насколько я помню, из маркетинговой презентации грибов у них у единственных осталась международная аккредитация CERT, а все остальные ее лишились. Это мой ответ. Лишний CERT Гиб, а все остальные лишились аккредитации. Международной. Я понял. По мне это правильный ответ, это, по-моему, правильная логика, я не ошибаюсь? Или нет? А мы другим не дадим слово? А, ну если она правильная, зачем? У нас тоже должна быть логика с вами. Потому что вот не попал под санкции, а все остальные, к сожалению, да, оказались за бортом. Я подойду к тебе, мы этого не репетировали, но уже был правильный ответ. Зачем ты жмешь сюда? Сказали, что можно еще кому-нибудь высказать. Тебя даже не слышно без микрофона, видишь? Вот. Не, ну был правильный ответ. Ну скажи в микрофон, что ты хотела сказать? Обиделась. Вывод сделан. Домой поедем на разных машинах. Пусть неправильная, но почему бы нет? Во всех, на всех картинках церт английскими буквами, финцерт русскими. Не скажу, что финцерт лишний, но он выбивается. Молодец, но, к сожалению, интриги нет, это неправильный ответ. Итак, прямо сейчас я смотрю, что у нас готова замена. Вот давайте заменим прямо сейчас, если вы не против, да, почему бы нет. Я приглашаю сюда тех игроков, которые выходят с карточками ради замены. Вот мы меняем игрока на площадке в разгар игры, но верю, что это будет равноценная замена, да еще и открывающая новые возможности для команды, новые силы. Вот, ничего это вам не напоминает, друзья? Мне кажется, это практически импортозамещение, да, мы заменили на наших, на свежих, молодых и классных, посмотрим, как они рванутся в бой. Мы продолжаем этот раунд, продолжаем эту логику, вот, с новыми силами, вновь несколько картинок, точнее 4. Что здесь лишнее? Пожалуйста, ребят. Так, цикады были первыми. Так, смею предположить, что ДНК, поскольку все остальное можно... прошу прощения, губы, поскольку все остальное можно проверить с помощью биометрии. То есть губы, а все остальное — это геометрия, да? О, геометрия, биометрия, да. Так, ребят, что вы истерично жмете на кнопки? У вас есть своя версия? Конечно. Ну, давайте. Ну, на мой взгляд, отпечаток, фингерпринт, остальное к безопасности имеет постольку-поскольку отношение. То есть, ну, должно выпасть отпечаток. Я думаю, надо прекратить унижение мужчин, вот, потому что был абсолютно верный ответ от команды Цикада, вот тут и не поспорить, да? Вот. Какой смысл дальше что-то выбирать, если правильно и еще логически верно объяснено? Вот, балл по праву ваш. Дмитрий. Да. Это здесь жюри. Но на самом деле мы же прекрасно понимаем, что ни один мужчина не мог сказать, что губы здесь лишние. А, да, а как же голубые глаза? Вы не фанат? Я молчу, я здесь жюри. Вот вопрос к ним. Ну, действительно, и, кстати, губы с вас срисованы, я так понимаю, да? Вот такой же примерно цвет помады. Да? Есть возможность повторить? Нормально. Есть, конечно, если у вас давайте есть решение. В кластерных решениях с УБД важно, чтобы все узлы имели доступ к актуальной версии данных. А то, что лежит в криптосейфе, позволяет увеличивать скорость репликации данных в кластере с УБД. Можно попробовать. Есть версия. Версия следующая. Мы сейчас находимся на Зенит-арене. Это спортивное сооружение, в частности футбольное, на котором точно есть сетка. Сетка, качественно построенная локальная сеть. Я спрошу, простите, может чуть-чуть поближе? Вот, качественно локальная сеть позволит иметь актуальную версию базы данных. Возможно, у нас в криптосейфе сетка, в частности футбольная. Футбольная сетка? Да. А вы представляете размер футбольной сетки? Представляю, но мы же но можем... плохо. Хорошо, но мы же можем иметь маленькую часть, либо авоську. Так авоська или сетка? Сеть. А ты, то есть сеть. Ее положила бабушка или вратарь? Вот Агафья. Что. Агафья. Слушайте, ну, там сетка, хочется обратиться. Ты не знаешь, что там внутри? Ну, подгляди, посмотри. Ну, просто посмотри, так мы тебе доверим. Это сетка? Нет, там что-то другое. Точно не сетка. К сожалению, вы теряете возможность ответить на этот вопрос. Мы переходим к следующему типу загадок.
криптоглифы он называется. Давайте мы их будем разбираться. Значит, несколько пиктограмм будут намекать на содержание, название одного из произведений массовой культуры. Ну, это кино, все. Ну и другие произведения массовой культуры. Поэтому верный ответ только один. Нужно назвать это произведение полностью. Тут как бы второго варианта не дано. Попробуем. Давайте вот первая загадка на экран. Так, изо всех сил вы были первыми, что это? Код да Винчи. А почему? Ну, потому что да Винчи вертолет изобретал, однозначная ассоциация. Код, как бы, и самое главное, что по ходу фильма они, по сути дела, разгадали, ну, по крайней мере, в своей версии. Ну, а yes, кода. Это ваше великолепное знание английского, это да. Да. Все, сходится, браво, шикарный ответ, быстрый, четкий и верный. А по поводу криптосейфа можно тоже вариантец предложить? Ну, вам зачитать? Нет, я прекрасно помню вопрос. Я просто не помню, куда я дел карточку с правильным ответом. А там можно подсмотреть, если что, он там небольшой. Ну, по сути дела, мое предложение — это оперативная память. Ну, собственно говоря, оперативы. Любой сервак с УБД любит оперативу, и помимо там прочих архитектурных штук, для реплик и доступа к актуальной базенке там есть пара параметров, которые отвечают напрямую за оперативную память. Поэтому моя версия, ну, она как раз легко влезет. Это должна быть плашка оперативы. Сейчас, конечно, важный вопрос у меня возникает. А вот наша прекрасная, очаровательная помощница, которая откроет наш сейф, она поймет, как выглядит оперативная память? Потому что я тоже не совсем понимаю. Но это неправильный ответ, но мы не будем тебя мучить. Договорились? А давайте, чтобы закончить... А меня слышно в этот микрофон, да? Да. Отлично. А давайте, чтобы закончить с криптосейфом, тоже версию озвучу. Ну, у меня вообще несколько, конечно, странная логика, но... В вопросе я зацепился за слова «скорость репликации». Это когда мне нужно быстро что-то повторить, то есть практически мгновенно. Вот сходу мне пришло там две идеи в голову. Это такая ручка специально с несколькими чернилами детям продают, когда можно писать сразу там 2-3 слова. И второй у меня вариант был — это копировальная бумага. Опять-таки я пишу, и у меня одновременно реплицируется, ну, делается копия. В принципе, если сложить несколько и сильно давить, можно даже и не одну копию сделать. Ну что, это надо выбрать. Ну, мне кажется, это неправильный ответ, да, насколько я понимаю. Нет. Ну, окей. Это неправильный ответ, и мы прямо сейчас дали всем четырем командам возможность вскрыть криптосейф, и, к сожалению, все. Нет. Еще а вы уже ваши коллеги отвечали. Вы думаете, будете менять человека, да. И. Подожди. Не, Не-не, все правильно. Все четыре команды отвечали. Мы в конце его откроем, когда я найду карточку с правильным ответом. Так, ну что, давайте к криптоглифам мы вернемся. Код да Винчи разгадали. Следующая загадка. Что это за полотно? Да, 60 секунд бегут. Есть изо всех сил. Попробуем пароль рыба-меч. Кто? Пароль рыба-меч. Пароль рыба-меч. А почему? Ну, вообще говоря, конечно, дельфин — это млекопитающий, он не совсем рыба на самом деле. Но ломали господа систему первый, криптоглиф. Собственно говоря, там были, ну, изображения... Это неправильный ответ, не будем вас мучить, давайте так. Есть еще варианты? Кнопку. Stakeholders? Есть мнение, что... Так, картинка будет? Большая просьба. Да, можно вернуть картинку? Для обоснования, да. Возможно, это миссия невыполнима, протокол «Фантом». Нет. Обоснование? А зачем неверное обоснование? Есть у вас варианты, две оставшиеся команды? Ну, вспомните, вот мы сказали, что дельфин — это не рыба, да? Вот дельфин там был. Мы с вами про безопасность. Это фильм «Джонни Мнемоник», помните? Да, у него была внутри память. Вот, Да, и он увеличил, вставив флешку. Видимо, такой сюжет фильма. Ну что, никто не получает балл здесь, едем дальше. Следующая загадка, я перелистываю свои картинки, и на экране появляется 60 секунд. Поехали. Stakeholders, да. Игра в имитацию. Игра в имитацию. Это фильм про британцев, в котором фигурирует вычислительная машина. Это игра, потому что игра в имитацию. Мы видим джойстик, и это защищенная... Сюжет фильма был связан вокруг немецкой шифровальной машины «Энигма». Она защищенная. Угу. А «Радуга»?
возможно, в конце мы узнали, что... Что шел дождь и была радуга. Хорошо, да, абсолютно верно, со всеми вы справились с загадками. Игра в имитацию. Так, а почему здесь решили поаплодировать, друг? До этого не аплодировали. Что началось? Хорошо, следующая загадка. Так, вновь сработало, не сработало. Да. Stakeholders. Это агент 007, Skyfall. Агент 007, британская разведка. Все, мне хватит. Что вы сказали, хватит? Мой ответ, агент 007, часть Skyfall. Координаты Skyfall, агент 007. А какой год выпуска? У меня просто еще год указан. Не готов сказать, 2012, спасибо большое. Еще и зрение прекрасное, молодец. Итак, аплодисменты, это абсолютно правильный ответ. Так, сейчас что у нас произойдет? У нас же, насколько я понимаю, вот я тут рою в своих карточках, не все вот карточки, не все команды сделали замену. Итак, можно посмотреть, что это такое. Посмотрите, друзья, мы решили вновь провести процедуру импортозамещения вот, на славянина, там тоже славянка, провести замену. Посмотрим. Это помогает нам, в принципе, все время. Я думаю, здесь это вполне себе готово помочь. Новые технологии, новые решения в борьбе за победу в четвертом типе заданий второго тура. Сложно. Вот обфускации. Знаете, что это такое? Да? Я вам сейчас напомню. Это строки кода. Вот, написали настоящие программисты. Вам нужно понять, какое устойчивое выражение этот код скрывает. Пословица, поговорка, квинтэссенция какой-то мысли народной. Все так же. Кнопка, минута, 60 секунд, и мы, соответственно, понимаем, кто здесь справился. Поехали. Итак, первая загадка на экране. Как вы положили руку, но не жмете. Вам так легче думается? Давайте я подскажу. Смотрите, видите, good boy, да? Ship. Good boy, кто это? Ну, ship это понятно, да? Корабль, скажут некоторые, но на самом деле овца. А good boy это так... Я не знаю, с паршивой овцы хоть шерсти клок. То есть вы решили что-то с овцой связанное? Да. Нет, нет, это другая, другая пословица. Я честно признаюсь, я ее не знал. Вот. Но это ничего не значит, я путаюсь во многих понятиях этой жизни. Так, стейкхолдерс, пожалуйста. А, может быть, это волки в овечьих шкурах? А что волки в овечьих шкурах? Версия. Ну, так себе версия. Какая есть. Я согласен. Ну, good boy, это такой хороший парень, такой молодец. Нет, нет. Ну, в семье не без урода. В семье не без урода. А при чем это овца? В семье не без овца. А, ну тот, кто, да, еще он и овца. А, нет, правильный ответ. Давайте так, на честность. Кто знает такую фразу? Молодец против овец, а против молодца сам овца. Здорово, что мы с вами на одном уровне интеллектуального развития. Продолжим. Следующая загадка на экране. Опять часть кода. Здесь, как мне кажется, чуть проще, да? Куда вот смотреть, да? Некое время здесь есть, да? Такое время, время суток какое-то здесь зашифровано, да? Далее здесь есть некий цикада. Вы были первые? Возможно, утро вечером мудренее. Утро вечером мудренее. Нет, 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 это не это. Вот здесь еще есть такая фраза color, да, это цвет. Но... Ночью все кошки серы. Абсолютно верно. Ночью, ну, либо в темноте все кошки серы. Потому что филин это кошачий, цвет вот этот 80-88 это серый, вот, ну, а время с 19 до 23, да, это получается ночь. А нет, с 23 до 4, это та самая ночь. Ну что, правильно, браво, вам бал. Давайте дальше, следующая загадка. Следующий кусок кода. Давайте тоже вам подскажу. Вот верхняя строка, что это за такая операция? Вот так, пожалуйста, изо всех сил. Повторение мать учения.
А почему? Вы знаете, это правильный ответ. Ну, собственно, learn, repeat, learn, learn, repeat. Что-что? Learn, repeat. Все, вот, там в одной строчке repeat. Все написано. Мне сказали, что верхняя часть — это операция наследования. Слышали про такое? Видимо, нет. Вот. Но ничего страшного, ответ-то был правильный. И последняя загадка. Давайте с ней также разберемся. Еще один кусок кода. Кусок, фрагмент, да, правильно, наверное. Так, default name. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Абсолютно верно. Ну, вы, наверное, увидели jump. И вот мне нравится реверс, да, то есть в обратную сторону, отпок. Получается гоп. Вы это увидели, да? Это прочитали? Давайте это останется моим маленьким секретом, как я. Хорошо, я понял. Ну что, браво, браво, мы справились со вторым туром, со вторым раундом. Давайте мы сейчас узнаем все-таки, что в криптосейфе. В криптосейфе, ребят, я вот прочитаю прям, чтобы не ошибиться, находится патч-корд. Вот. Сетка. Да, сетка, да, абсолютно верно. Я прошу вскрыть отечественный СУБД. Ятоба, да, мне посоветовали. Отечественная СУБД Ятоба. Я все правильно ответил? Да? Нормально пойдет, да? Да. Вот, ну произнесите правильно. Была же версия сетка. Подождите, не, ну не про эту сетку. Ну сейчас... Вы говорили, сетка ворот, сетка... Нет, это все-таки сетка абсолютно другая. Два балла зарываются в нашем песке, никто не получил, хотя возможность заработать 2 балла была реально у каждой команды. Жаль, что вы ей не воспользовались. Так, ну сейчас мы узнаем, как наши зрители распределят свои голоса в этом туре, во втором туре. Мы просим вас голосовать, делать это максимально активно. Отдайте 1 балл той команде, которая, на ваш взгляд, в этом туре проявила себя максимально ярко. Голосуйте, чуть позже подведем итоги. Вот, Михаил, вот, хочется спросить вас, знаете, бывает, слово-то я забыл, перерыв в футболе, как называется между таймами? Перерыв. Перерыв. Что там, тот же лексикон, что и в жизни. Вот. И у нас сейчас будет некий перерыв, да, к следующему, к финальному третьему раунду. Какие слова вот, поддержки, ободрения, бодрости вы бы сказали сейчас нашим игрокам? В общем, что обычно вам говорит тренер, чтобы поддержать вас и настроить на финальную вот битву? Ну, это зависит от исхода первого тайма. Ну, у всех по-разному. Я про слова тренера, они бывают разные, поверьте мне. Не, ну, нас смотрят... некоторые не могу здесь повторить. Нас смотрят женщины и дети, поэтому, да. Ну, ваши тогда слова, вот как бы вы поддержали? Я в шоке, если честно, нахожусь, я просто... В хорошем смысле этого слова. Вот, мне вот третий экран не поставили, видно, даже не рассчитывали, что я... Приходится подсматривать, да. Ребят... Продолжать в том же духе, вы просто супер молодцы. Ну, я, честно, вообще, ну, пребываю в изумлении от вас, особенно от последнего конкурса. Ну, круто. Я даже английский-то не знаю особо. Но, вы так все расшифровали, что прям... Я думаю, что ребята с удовольствием дадут вам пару уроков программирования. Разумеется, за деньги. Это будет тщетно, честно скажу. Хорошо, спасибо большое. Мне легче будет их в футбол научить играть. Это, наверное. На ворота точно их поставим. Итак, Алексей, ваше мнение по вот, итогам второго хуже тура? Не будет. Да. Ну, было неплохо. Как бы местами, особенно в последнем раунде, обфускация. Ну, действительно, очень нестандартная логика. Алексей вот продемонстрировал очень неплохие как бы результаты. Даже там, где оно не очевидно совершенно было, то есть... Как он в предыдущем варианте сказал, что у него логика действительно нестандартная, про копирку и так далее. Здесь она в полный рост отразилась. Вот. Stakeholders, команда Михаил тоже отлично сработала, особенно про сетку. Вот. Поэтому ну, было фееричное второй раунд. Спасибо. Рустем, кому мы начислим балл по итогам вот второго раунда? Такого большого, продолжительного, мощного. Да. Ведущего там не заслужил балла, поэтому, ну, я бы на самом деле дал Лёше Комарову за его чудесную логику. Команда Default Name. Ну что, если вы принимаете такое решение, мы не можем ему, как говорится, противиться. И балл получает команда. Так, друзья, аплодисменты. Второй тур завершен, второй раунд завершен. Чувствуется, что-то мы забыли. Чего?
Бал зрителей. Как вы думаете, кому он достанется? Он достанется команде Default Name. Вот так вот проголосовали зрители в этом туре. Вы спросите, а откуда я беру вот эти вот цифры, да, откуда я беру название команд? Дело в том, что на нашем сайте, официальном сайте ведется трансляция, вы сейчас нас там, если смотрите, ну или придя домой, то я обращаюсь к тем, кто находится у нас в студии, пересмотрите, вы увидите, что я вас не обманывал, оно так и есть. Ну что, прежде чем перейдем к третьему туру, к финальному раунду нашей игры, мы вновь окунемся в закулисную жизнь, и Анна, я вновь приветствую тебя, вы вообще там живы? Да, Дима, мы по-прежнему живы. Итак, друзья, сейчас мы узнаем у наших участников об их впечатлениях об игре второго раунда. Итак, друзья, как ваше настроение? А настроение огонь просто. У всех оно такое? Так, ребят, поделитесь со мной, какой для вас был самый запоминающийся, самый интригующий вопрос? Абсолютно сумасшедшие загадки от бабушки Агафьи. Вот первая поговорка — космос. Отлично. На самом деле, та же самая про овцу. Я так понимаю, вообще никто не знал, кроме вот человека, который это придумывал. А, ну, чтобы не повторяться, мне очень понравилась все-таки дерзость про ушедшего на пенсию Алексея. Да, это было дерзко. Достаточно, ребят, дальше. Ну, собственно, да, мне этот вопрос и запомнился, потому что когда абсолютный шум в голове, и надо что-то сочинять на ходу, приходится как-то выкручиваться. Молодец, выкрутился. Для меня самые сложные вопросы — это про фильмы, я ни один не отгадала. И про криптосейф, конечно. Столько было много вариантов. На самом деле, все из них могли в той или иной степени подойти. Это классный вопрос. Ты знаешь, ты большая молодец. Я хочу сказать, что вообще мужчины боятся умных женщин. Вот отдельный респект, девчонки, вам от меня. Понеслись дальше. Да, ну самый сложный, Таня уже сказала, это криптосейф. Четыре варианта, ни одного правильного. Вот самое интересное — это вот эта вот логика в повторении, в учении. Интересно. Криптосейф, и на самом деле я думал о пачкоде, но этот вариант я просто откинул сразу же мысленно. Да. На самом деле можно было заметить, что для меня самый легкий вопрос, естественно, был про биометрию, а все остальные сложные, поэтому... Спасибо, ребят, большое. У меня к вам вот какой вопрос. Недавно я снимала в сериале «Технарь». В основе сюжета — борьба с киберпреступностью. Вот, ребята, сейчас я загляну в мою маленькую шпаргалку. Секундочку. Если что, ай-яй-яй. Что вы можете сказать об этом, опираясь на свой опыт и опыт вашей компании? Так, давайте пойдем отсюда. Хорошо, о кибербезопасности. Ну что это? Когда вы с этим сталкивались? Какие-то примеры? Нет, о кибербезопасности, а следующий вопрос будет о киберпреступности. Ну как, хорошо, окей, как защитить себя от, от киберпреступников? Как обезопасить себя и защитить? Знаешь, Ань, я вот себя чувствую героем Брюса Уиллиса из фильма «Пятый элемент», когда ему «скажите». Поэтому кибербезопасность — любовь всей моей жизни. Точно. Отличный ответ. Вопрос был про то, как защищаться, как защититься, про кибербезопасность. Ну, можно что-то скучно начать говорить, я не знаю, там, пароли делать на достаточной длины, не передавать свои данные кому-то на сторону, да-да-да, не отвечать мошенникам и службе безопасности Сбербанка. Пусть коллеги веселые вам. Окей, давайте перейдем к гаджетам. Ну, это огромная, да, часть нашей жизни. Как защитить наши гаджеты от этого? Тогда вот так-то спрошу. Я думаю, надо посмотреть сериал «Технарь». После этого посмотреть сериал «Мистер Робот» и все остальное, и обязательно не получится их защитить. Но получится, по крайней мере, получить фан. Молодец, спасибо. Ну, я считаю, нужно просто пользоваться правильными средствами защиты информации, желательно произведенными в России, в городе Новосибирск. Набирайте, звоните, я вас проконсультирую, если что. Ну, в первую очередь, не нужно оставлять свой телефон где-то без присмотра, отдавать его в чужие руки, уходя там куда-то, может быть, оставляя, если его блокируете. Это если начинать издалека, ну зачем грузить слушателей какими-то там средствами защиты? Мы начинаем с прелюдии, подожди. Да, сейчас это долго будет очень. Да, я быстро. Можно отказаться от гаджетов и жить как бы счастливо и безопасно. Самый лучший ответ. Вот, а вообще кибербезопасность, она в голове. Молодец. Уехать в глушь и ничем не пользоваться. Отличный ответ. Нет, ну вести себя как бы здраво, всегда все под контролем держать и записывать себе обязательно только в тетрадочку. Окей, ребят, в общем, не расслабляемся. Итак, самое время перейти к игре.
Всем еще раз здравствуйте. Если вы только что присоединились к нашей игре и не понимаете, что здесь происходит, то здесь происходит невероятно. Это онлайн-шоу о кибербезопасности «Киберарена», где команды мастеров цифровой безопасности борются за право выйти в финал. В финале уже есть две команды, еще две команды определятся сегодня. Команды схлестнутся в битве в декабре. Ну, а пока шансы у всех есть. И еще не все решено, еще впереди целый раунд. Мы скоро, кстати, узнаем результаты за предыдущий второй. Ну, а пока я скажу, что в этом раунде мы погрузимся в ситуации, связанные с кибербезопасностью и, внимание, футболом. Да, не зря мы пригласили сегодня особенного гостя, мита-футболиста. Футбол — это не только любимая игра миллионов, но и поле для хакерских атак и интернет-мошенников. И вот во всем этом мы сегодня будем вместе с вами разбираться. Мы начинаем наш третий раунд «Найди выход». Итак, в этом раунде вновь команды сражаются в полном составе, но прежде чем мы перейдем к третьему раунду, давайте мы взглянем на таблицу итогов промежуточных, соответственно, за первый и второй тур, за два раунда. Вот они, результат второго раунда. Изо всех сил 5 баллов, Default Name 5 баллов, Stakeholders 3 балла, Цикада 1 балл. И итоговая сумма за два конкурса. На первом месте изо всех сил 9 баллов, Default Name 8 баллов, Stakeholders 7 баллов и Цикада 3 балла. Давайте поаплодируем, достаточно плотный результат. Вот, поаплодируйте, ребят, ну, да. Ну, а Цикада, ну не расстраивайтесь, если вы в этом раунде так выстрелите. Тем более, что в этом туре можно брать очень-очень много баллов. Итак, давайте я расскажу, в чем суть третьего раунда. Команда выбирает карточку с заданием. Всего у меня таких карточек 4. 4 задания. Вы сами выбираете, с каким заданием будете справляться. Я зачитываю краткое описание инцидента. Напомню, это связано с футболом и безопасностью. Основано на весьма реальных событиях. У команды есть 60 секунд на обсуждение. Хотите меньше? Больше нельзя, к сожалению. Ну, а далее вот вы должны будете ответить на два вопроса. Да, о том, как следовало избежать этой ситуации, которая будет заявлена в карточке. Ну и как действовать, если эта ситуация уже произошла. Что, готовы? Я хочу сказать о том, что жюри будет оценивать этот раунд по пятибалльной системе. 5 баллов можно получить в этом раунде, поэтому это очень мощно, так что старайтесь. Какую выбираете карточку? Среднюю. Среднюю? Из 4 средней не бывает. Вот она средняя. Это я. Давай первую. Первую. Итак, номер 1. Зачитываем ситуацию. Она будет, так понимаю, на экране. Во время прямой трансляции футбольного матча Зарумбе-Бугаганда хакеры, атаковавшие стриминговый сервис Zurol TV, заменили футбол на трансляцию ангажированных новостей из Бугаганды. Анализ атаки показал, что хакеры взломали CDN, Content Delivery Network, и перенаправили трафик на бугаганский государственный ТВ-канал. Итак, внимание, вопрос. Что нужно было сделать, чтобы оперативно устранить последствия инцидента и вернуть трансляцию? Ну и что нужно было делать, когда инцидент случился, и как надо снизить негативные последствия от его реализации? 60 секунд, думайте. Остается чуть меньше 20 секунд. Итак, время вышло. Я напомню ситуацию кратко. Зурумбе осталось без трансляции футбола. Что нужно было делать, чтобы оперативно устранить последствия инцидента? И что нужно было делать, когда инцидент случился? Как снизить его негативные последствия? Пожалуйста, отвечаем.
Итак, чтобы оперативно устранить последствия инцидента, у нас на входе уже должны были готовы альтернативные поставщики, чтобы во время трансляции мы могли плавно переключиться на альтернативного поставщика. При подключении поставщиков мы должны проверять их на состояние системы безопасности, возможно, аудит, какие-то требования определить, чтобы к нам на входе уже были проверенные поставщики. Возможно, иметь зазор 5-минутный для трансляции, чтобы в случае такого инцидента либо перевести ресурсы трансляции на свои эндпоинты, либо переключиться опять же на другого поставщика. Провести пентест своей инфраструктуры и, возможно, инфраструктуры поставщиков, чтобы подтвердить их взломоустойчивость и отказоустойчивость. Если мы не уложились, то, мне кажется, у вас выключен микрофон, нет? Угодно. Понять, где что происходит. Но... В случае, если мы не уложились, 5-минутный зазор, вот в тот, чтобы транслировать эту картинку неправильно, после этого мы можем пустить какой-то пресс-релиз. Ну, выпустить, то есть сделать публичное заявление о том, что да, мы там подверглись хакерской атаке. Возможно, стоит сказать, что это было на стороне именно поставщика, ну, как, чтобы как-то себя им носить ответственность. Вот. Либо сказать, что все последствия устранены. В общем, после каждого такого инцидента нужно сделать какое-то публичное заявление, чтобы всех успокоить, что такое больше не повторится. То есть в плане BCP у вас должны быть готовы мероприятия и публичного характера, и технического, и организационного. Угу. Произошел инцидент, каждый человек знает, что делать, каждая служба, что выполнять, какие действия в случае такого инцидента. Хорошо, спасибо за ответ, за разбор этой ситуации. А если все, тогда мы провожаем вас и приглашаем вторую команду. Про НКЦК не будем говорить. Ну, как не будете, только что сказали. Спасибо большое. Вот мы провожаем вас. И сейчас со следующей командой мы разберем очередную ситуацию. У меня осталось 3 карточки. Вот, нужно будет выбрать вторую, третью, ну, либо четвертую. И рвануть в бой, анализировать ситуацию и исправлять вот, произошедшее. Ну что, ребят, выбираете какую карточку? Вторая, третья, четвертая остается? Вторая. По порядку будем идти, да? Спасибо вам, чтобы я не путался. Итак, мы продолжаем про Зурумбию. В преддверии начала футбольного сезона Зурумбийский футбольный союз ZFS столкнулся с тем, что хакеры создали сотни фальшивых сайтов по продаже билетов на футбольные матчи ZFS. Злоумышленники заманивали футбольных фанатов с помощью фишинговых рассылок и купленной в соцсети Ряховеда рекламы. Тем самым они нанесли ZFS существенный материальный, а также репутационный ущерб. Ну и, внимание, вопрос. Что нужно было делать, чтобы избежать инцидента? И что нужно было делать, когда инцидент случился? И как снизить его негативные последствия? Минута. Остается 10 секунд. Я напомню, что приз сегодняшней игры — это годовой абонемент на посещение матча Зурумбийского футбольного союза. Правда, без билетов в Зурумби. Так, ребят, время вышло. Давайте. Ваши 2 ответа. Первый, второй вопрос. Я напомню, Зурумбийский футбольный союз теряет деньги. Да. Для того, чтобы предотвратить, для того, чтобы избежать инцидента, необходимо было, во-первых, заранее создать уникальный дизайн официального сайта и создать определенную процедуру проверки того, что этот сайт легитимен. То есть, естественно, у нас есть официальное информирование через каналы, через СМИ, через пресс-релизы о том, что билеты покупаются только на официальном сайте. Официальный сайт имеет такой дизайн, такой адрес с таким сертификатом, и есть специальный сервис проверки по
QR-коду, либо уникальному хэшу, то, что тот билет, который вы купили, он, естественно, является легитимным. Дальше, с точки зрения подготовки, мы можем заранее провести async-кампанию для того, чтобы выяснить подготовку определенную, заказ где-то размещенный или что-то подобное на создание таких сайтов. То есть, возможно, в Даркнете где-то есть уже заказано, и мы будем отслеживать, как они создаются, и быстрее реагировать в таком случае. Естественно, нужно привлечь заранее одну, две, три какие-то подрядные организации с разными компетенциями, которые помогут нам, если что, быстро реагировать с точки зрения разделегирования этих сайтов, в том числе через НКЦКИ в частности. Внутри у нас должна быть собственная команда, которая в реал-тайме мониторит все, что происходит с нашей инфраструктурой, с нашими сайтами, с продажами, для того, чтобы быстро реагировать, во-первых, на жалобы. То есть, когда нам звонят, жалуются и так далее, у нас должен быть скрипт с колл-центром, который четко отрабатывает, каким образом человеку успокоиться, как ему вернуть деньги, что он может сделать, если разгневанный там фанат звонит и прочее. И у нас, в принципе, с соцсетями должно быть заранее, опять же, работа проведена, чтобы мы быстро могли подать жалобу для того, чтобы соцсеть удалила рекламу, которая заранее мошенническая, и для этого должен быть канал подачи такой жалобы, должно быть это проработано. А еще небольшое по первому вопросу. Да, еще в нашем любимом зарумбийском единственном банке с единственной платежной системой можно было еще прикрутить чего-нибудь к антифроду, чтобы платежи проходили только там через известный сайт с известными кодами. Да. Так. Для того, чтобы, когда уже случился, помимо того, что мы заранее все это сделали, первое, что мы должны сделать, это сделать тот самый пресс-релиз, как только мы выявили, и, по сути, мы работаем по всем вот этим превентивным мерам. Пресс-релиз о том, что сейчас ведется кампания фишинговой рассылки, и, опять же, напоминаем вам о том, какой официальный сайт, как он выглядит, и вот здесь в сервисе вы можете проверить, да? То есть... Если такого нет, то быстро сделать такой сервис проверки максимально оперативно. Второй момент, естественно, выйти на соцсеть для того, чтобы на Сапрус уйти, чтобы убрать рекламу, выйти на банк для того, чтобы попробовать вернуть людям деньги и зафиксировать, заблокировать те платежи, которые уже ушли, вернуть закупленные билеты. Внутри у нас должна быть та самая команда, которая, если нет, мы ее быстренько собираем для того, чтобы наработать то, что мы сейчас обсуждаем. Возможно, можно там позвать команду изо всех сил, мы вот будем вместе придумывать с футболистами. Рассылка каждому из купивших или обратившихся, скажем так, информации о том, что делать, если что-то пошло не так, вы уже купили поддельный билет, да, для того, чтобы человек не остался один со своей проблемой. Да, то есть от лица Футбольного союза организуем некую приемную юридическую, где помогаем всем обманутым вернуть свои деньги, правильно составить обращение в правоохранительные органы и, в общем, возможно, облегчить как-то страдания наших фанатов, потому что они для нас каждый важен. Да, ну и, как мы уже говорили, привлекать НКЦКИ подрядную организацию, чтобы быстрее разделегировать и бороться в реал-тайме с атакой. Да, я подумал, что есть вариант просто взять и достроить в два раза больше мест на зарумбийском стадионе и пригласить тех, кто купил билеты на левом сайте, да, и, соответственно, тех, кто купит на официальном. Ну или провести игру здесь, на Газпром-арене, здесь явно больше места. Ну, подобный инцидент был недавно, действительно, и тут понятно, к чему аллюзия, и там люди лезли через заборы, пытались организовать все места. На зарумбийских стадионах нет забора, мы же знаем, там просто ров с крокодилами. Так, спасибо большое, это ваше мнение, ваш ответ, мы провожаем вас под аплодисменты, спасибо. Да, и на ваше место, на нашу трибуну, приглашаем третью команду, у нас, друзья, осталось всего две карточки, третья и четвертая, два вопроса, две ситуации, опять же, не про футбол, про безопасность, сейчас мы разберемся с одной из этой ситуаций налегке. Итак, третья, четвертая, что выбираем, друзья? Давайте внесем поправочку. Да. Команда, которая называет эту аббревиатуру, сразу минус балл. Какую аббревиатуру? Да, мне просто не выгодно. Я думал, вы вот это ЗБХ. Зарумбийская федерация футбола. ЗФФ. Ладно, запутался. Никаких аббревиатур, все. Забыли. Принято. Поехали. Третье или четвертое? Решение, мне кажется, идеальное. Забываем. Да. Третье? Да. Мы, в принципе, так с вами репетировали. В матче со сборной Бугаганды игрок сборной Зурумби Якоб Блащиковский не смог реализовать пенальти.
социальной сети Ряховеда киберпреступники, воспользовавшись сильной эмоциональной реакцией болельщиков на данное событие, организовали голосование. Они предложили отменить результаты матча между сборными Бугаганды и Зурумби, провести его повторно в связи с нарушением вратарем бугаганской команды правил во время серии пенальти. Пользователи нажимали на ссылку опроса и попадали на вредоносный сайт, заражающий их компьютеры. Ну и два вопроса: можно ли было что-то сделать администрации сборной, чтобы избежать инцидента? И что нужно было сделать администрации сборной, когда инцидент случился? И как надо снизить негативные последствия от его реализации? Минута, да, у вас 60 секунд. Да, во-первых, как бы да, надо было нормально играть. Вопросов бы не было. А как вот может вратарь нарушить правила пенальти? Он же не исполняет, он же стоит вот на защите ворот. Что он может сделать не так? Ну, есть определенные правила, при которых вратарь при пробитии пенальти не имеет права покидать линию ворот. То есть одна нога должна обязательно быть на ленточке. А, например, корчить рожицы вот человек, который пробивает, можно? Неспортивное поведение. Тоже это реально? Да, конечно. Угу. Вы так не делали? За линию заступал, но рожу не корчил. Нужно иметь очень длинные ноги просто, да, чтобы одна нога была на линии, а вторая уже у других ворот. Ну, в принципе, и так вратари не все высокого роста. Да, обычно, да. По этой причине. Да. Хорошо. А вот мы и протянули в диалоге с Михаилом эту минуту, а теперь хочется услышать ответ все-таки от ребят, потому что минута их вышла. Итак, нападающий зурумбийской сборной не смог реализовать пенальти. Вот и два вопроса, которые вам нужно осветить. Да, ну давайте начнем с первого вопроса. Да. Можно ли было что-то сделать администрации сборной, чтобы избежать инцидента? Ну, по сути, здесь меры достаточно ограничены, да, то есть на любую спортивную игру такую штуку можно было запустить. А нужно было во время, во-первых, игры очень внимательно... Ну, так, давайте так начнем. Во-первых, надо было забивать, вот, ну, игроку сборной. Да, тогда вообще бы инцидент никакого не было. Вы сейчас про Смолова? Я сейчас про Зурумбию, как бы. Я не знаю, кто там играет. Да, я про Якоба. То есть, во-первых, надо было забивать. Но раз уж не забил, значит, надо было для того, чтобы избежать, во время матча, если возникла спорная ситуация, не отходя от кассы, не дожидаясь негатива стороны людей, прям по горячим следам. Возможно, в Зурумби есть уже система видеоповторов, когда можно видеть, нарушил вратарь, не нарушил, показать это и так далее. И давайте теперь есть что добавить по предотвращению? Да, ну, правда, тяжело предотвратить. Кто-то всегда может в сети что-то сделать. Тут мы не подконтрольны эти нап-сайты и соцсети никак. Теперь второе. Что сделать теперь, когда уже это все произошло, люди нажимают? Ну, прежде всего, нужно бить по самому больному месту. Раз все попадают на сайт с вредоносным ПО, с вредоносом, надо, значит, принять меры к блокировке этого сайта, обратиться к хостинг-провайдеру, для того, чтобы сообщить в зурумбийское центр по компьютерным инцидентам. Зурумбийский комнадзор. Да, да, туда же, да. Помимо этого, мы бы предложили в прайм-тайм на центральном телевидении в присутствии профессиональных авторитетов, которые имеют вес в футбольном сообществе, разобрать сложившуюся ситуацию, успокоить людей, вот, погасить эту волну паники, чтобы все могли лично убедиться, было нарушение, либо не было. Ну а дальше в соответствии там, с уставом футбольного союза Зурумби действовать, если нарушение выявлено, я не знаю, там у них разрешается матчи переигрывать, не разрешается. Вот. В Зурумби вполне. Вполне. Тогда переиграть матч как-то завтра, да, если там действительно так было нарушение. Что добавите? Да, то есть мы обращаемся обязательно в техподдержку социальной сети, сообщаем о том, что случился такой инцидент, и наши зрители, наши болельщики попадают в такие неприятные ситуации. И здесь добавляется еще один участник этого инцидента. Это, собственно, сами там администраторы безопасности социальной сети, которые узнают о том, что случился такой инцидент, и что теперь нужно сделать им, да, добиваем ситуацию. То есть в первую очередь это, конечно же, найти этот пост и удалить его. У них наверняка есть такие права. Но если нет таких прав, то далее предпринимать какие-то именно технические действия для того, чтобы заблокировать возможность перехода по этим ссылкам, может быть, заблокировать пользователя, который опубликовал это, если да нет просто соцсеть воли. Закрыть, у нас же такое бывает. Это слишком радикально, наверное. Нет соцсети, нет проблем. Да-да-да.
Да что-то еще просить у вас нет? Ну, очень глобальное. Наверное, администрация сборной не может на это повлиять, но это про общее повышение уровня осведомленности и уровня подготовленности к подобному роду провокациям. Перед матчами показывать не рекламу пива, а ролики про повышающий уровень осведомленности зрителей, фанатов. Не нажимай непонятные ссылки, там, используй защиту от вредоносного ПО и так далее. Можно также повернуть в свою сторону ситуацию? Уязвимость, можно сказать, про сильную эмоциональную реакцию болельщиков, потому что мы понимаем, что игра, азарт. И если случилась такая ситуация, мы понимаем, что спорных моментов у нас и в будущих играх тоже будет много. Мы можем в этой социальной сети организовать свое официальное сообщество, следить за ним и просить всех наших болельщиков именно там голосовать за какие-то спорные моменты и поддерживать эту всю болельческую тусовку. Не можешь бороться, возглавь. Спасибо, спасибо за ваше мнение, за ваши ответы. Мы также под аплодисменты провожаем вас обратно в зону бэкстейджа. У нас осталась одна команда, которая еще не справилась с ситуацией третьего раунда. Одна карточка четвертая. Здесь, к сожалению, уже ничего выбирать не приходится. Но я надеюсь, что эта ситуация вам зайдет, и вы с ней также справитесь. Ну что, ребят, готовы? Озвучиваем ситуацию. Поехали. В преддверии начала футбольного сезона в соцсети «Голубой воробушек» бугаганскими хакерами была начата кампания с тегами «Оп Футбол Хакинг» и «Оп Зурумбия Кап». Организаторы кампании призвали всех хакеров и сочувствующих атаковать ресурсы Зурумбийского футбольного союза и зурумбийских футбольных клубов. При этом в другой соцсети «Розовый самолетик» в канале «ИБ Армия Бугаганты» были размещены IP-адреса этих ресурсов, ПО и инструкции для проведения атак. Ну, внимание, вопрос, что нужно было делать, чтобы избежать инцидентов, что нужно было делать, когда инцидент случился, чтобы негативные последствия были минимальными. Два вопроса, 60 секунд, они уже стартовали, ждем от вас ответ. Какая тишина воцарилась в студии. Тихое совещание идет внутри команды. Двадцать секунд, поторопитесь, у вас остается. Мне кажется, зурумбийский футбол не был никогда столь популярен, как сегодняшним вечером. Итак, время вышло. Ситуация. Хакерская кампания против Зурумби. И два вопроса традиционно, на которые вам нужно дать ответ. Пожалуйста. Чтобы избежать данный инцидент, необходимо, во-первых, провести полный аудит своих систем, пентест. Проанализировать ПО, которое размещается в данных каналах для взлома, изучить эксплойты и вычислить векторы атак. В случае, если инцидент случился, выпустить пресс-релиз и предупреждение для пользователей, что произошла атака, ну и, собственно, сообщить, что вот ответственные. Также обратиться в НКЦКИ. Куда? НКЦКИ обратиться? Да. Ну все, мы вычеркнули это слово. И, собственно, создать обращение в НКЦКИ о произошедшем инциденте. В случае необходимости запросить помощи от специалистов НКЦКИ для устранения последствий. Вот. Ну, если последствия критичны. Вот. Что еще можно сделать? Да, коллеги, вы неплохо справились. И если нечего добавить, то ответ ваш принимается. Спасибо большое. Аплодисмент, друзья, провожаем вас к оставшимся командам. Ну и на этом хочется сказать, друзья, что все
вопросы разыграны. На этом наша игровая часть соревновательная сегодняшнего вечера, да, завершается. Мы вот-вот узнаем, кто же отправится на финал в Москву в декабре, какие две команды сегодня выступили чуть лучше своих соперников. И сейчас я прошу команды занять места на виду у жюри, но перед выходом каждый капитан, у нее есть такое, знаете, слово, он может взять небольшое, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, доказать нашей судейской бригаде, что его команда достойна победы и готова получить 5 заветных баллов. Итак, прошу, давайте прям в порядке выступления. Слова капитанам. Да. Понятно. Только сейчас. Привет. Это была сложная игра, но мы получили невероятное удовольствие от того азарта и адреналина, который происходил на сцене в этом эфире. Главное, конечно, победа, но для нас, как специалистов по информационной безопасности, главной победой будет то, что после данного эфира в нашей стране хоть в одной организации или семье станет на одну включенную двухфакторную аутентификацию больше. Появится больше резервных копий. И, наверное, на одного человека меньше, кто поведется на звонки от службы безопасности банков. Очень хочется верить, что... Извините, я волнуюсь. Это прямой эфир. Но это не предвыборная речь. Да. Да. Очень хочется верить, что зрители получили удовольствие и какую-то полезную информацию в результате этого эфира. Хочется высказать большое спасибо жюри, бабушке Агафье за сложные вопросы и, конечно, зрителям, которые потратили время на вот это шоу. И запомните, пожалуйста, наш номер один – команда «Стейкхолдер». Голосуйте за нас. Хорошо, спасибо. «Стейкхолдер», команда под номером один, возвращается вот на нашу арену всем составом. Ну и далее очередное слово от капитана, пожалуйста. Голосуйте за нас, потому что мы дерзкие, яркие, умные и стильные. А еще скромные. И сегодня весь этот вечер старались нести вам не только знания, но и драйв, динамику. И, надеюсь, у вас были улыбки, а не только инсайты и прозрения, и новые извилины. Спасибо, голосуйте за нас. Команда номер 2. А кто вы напомните зрителям? Что еще раз? Кто вы напомните зрителям? Команда номер 2, изо всех сил. Все отлично, просим вас на арену. Приглашаем третью команду к нам сюда, вот, с откровением капитана. Здравствуйте, дорогие зрители. Ну, вы сами все видите. Сильнейшие команды, все достойные победы. Выбор очень тяжелый. В таких ситуациях давайте будем... Вам предстоит выбрать имя победителя. Давайте выбирать по дефолту. Ваша любимая команда «Default Name». Вот закрутили-то закрутили. И мы приглашаем четвертую команду, «Цикада». Капитан, вот эфир в вашем распоряжении. Я капитан команды «Сися». Ой, «Цикада», извините. Как вы нас... «Цикада». Я хотел бы поблагодарить маму, папу, вот, что я в итоге оказался здесь. Также я хотел бы сказать, голосуйте за нас, потому что мы не самые худшие, наверное, все-таки. Вот. Ну и, собственно, все. Спасибо. Это единственная команда, которая на расслабоне. Ой, я воду с собой взял. Да подходите, подходите ближе, не бойтесь. Ну что, сейчас мы услышим вердикт судей за всю игру. Мы узнаем, как распределились баллы. Но сперва мне хочется обратиться к судьям. Михаил, как сегодняшний матч на киберарене? Вот, какую из команд, быть может, вы выделили, а кому доверили защиту своих цифровых ценностей? Ну, не знаю, семьи, команды, страны? Так, ребята, я до сих пор еще в шоке нахожусь, в легком. Я скажу, что сегодня я буду спать спокойно, зная, что моя кибербезопасность под контролем этих замечательных ребят. Ребята, хочу вам выразить благодарность за то, что вы есть. Вы все умные, талантливые ребята. И вы будущее нашей страны, потому что будущее за технологиями. Спасибо вам огромное. Мне, в свою очередь, было приятно посетить вашу сферу, хоть и на моем родном стадионе, но я оказался... как тонущий котенок в воде, и вот Рустем и Алексей были для меня как спасательный плод. Спасибо вам, спасибо, что пригласили, вам успехов, и пусть победит сильнейший, но вы все равно все молодцы в моих глазах.
Спасибо большое. Ну, а мы, в свою очередь, пожелаем удачи «Зениту». Послезавтра, по-моему, игра с «Локомотивом», да, у «Зенита»? Все верно. Приглашаю всех на матч. Все, договорились. Единственное, хотелось бы попасть, конечно, в VIP-ложу. Вот. Мне тоже. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, да, Михаил. И в целом то, что пришли, посетили нашу игру, конечно, нам было очень приятно. Алексей, вам слово вот в целом о третьем раунде, да, ваши впечатления и об игре, как проявили себя команды. Ну, я попробовал поставить себя на место голкипера, который пропустил гол, и к нему идет главный тренер. И за 60 секунд надо придумать отмазку и объяснить, почему это произошло и что надо сделать, чтобы этого не было в будущем. Это достаточно сложная задача. Все команды справились с ней. Кому-то было чуть проще, кому-то было чуть тяжелее. Но в этом, наверное, и заключается умение реагировать на нештатные ситуации, которым должен обладать любой специалист по кибербезопасности. Поэтому все команды молодцы. И все справились со своими заданиями, которые здесь бабушка Агафья им всем придумывала. Вот, надеюсь, что и зрители смогут получить полезную информацию, использовать в своей жизни, в своей работе тот заряд и бодрость, и каких-то навыков, компетенций, которые здесь прозвучали ото всех команд. Поэтому удачи всем и быть в безопасности. Спасибо большое. Рустем, но слова от вас. И как распределились баллы в этом финальном раунде, а мы это все занесем в таблицу. Отлично. Коллеги, вторую игру смотрю и вижу, что история с кейсами показывает, что люди за 60 секунд в состоянии стресса, в состоянии прямого эфира могут выработать совершенно работоспособный план действий. То есть это уже на подкорке. Можно человека разбудить ночью, можно его толкнуть в бане и спросить, что делать, и он тут же тебе выдаст план. И это очень здорово, что мы это умеем делать, и все продемонстрировали умение это делать. Но для специалистов, мне кажется, вот такое стандартное поведение, стандартное решение, это уже не вау, да? Чтобы победить, надо удивлять. И поэтому я сейчас хочу огласить список оценок, который мы поставили вместе с коллегами. Значит, компании Default Name, Stakeholders и Cicada получили по 3 балла, поскольку отработали стандартную программу и при этом, значит, не проявили выдумки. Некоторым попался неудачный вопрос, некоторые... значит, просто подошли формально, поэтому таким образом сравнялись. А команда изо всех сил удивила нас нестандартным подходом, и я хотел поблагодарить Ивана Шубина за его идею использовать единственную в стране платежную систему как точку входа для антифрода. То есть это действительно нетривиальное решение. Иван, прям завидую твоему руководству и тех, кого ты защищаешь. Ты мыслишь очень нестандартно. Поэтому команда изо всех сил получает 5 баллов. Мощно! Антифрода вас спас. Что-то из «Властелина колец»? Так... Да. Раз приходилось сделать. Хорошо. Итак, друзья, вот они итоги. Посмотрите, они уже на экране. Мы так вот взяли и вскрыли, понимаешь ли. Вот, почему у нас ноль? Почему ноль у вас, да? Хакеры. А потому что вы вовремя не занесли нашей счетной комиссии вот, посчитающуюся сумму. Так, мы просим, мы призываем к апелляции, да, вот. Вот, и теперь другое дело. Вот они, результаты нашей игры, они на ваших экранах. И прямо сейчас мы, собственно, перейдем к награждению. Итоги, я прошу, пусть они висят на экране, будет мне небольшая подсказка. Итак, ну что, давайте мы еще раз поаплодируем всем нашим командам. Вы были сегодня большими умницами, да, красавчиками. Ну, по-другому просто сказать, справились с волнением онлайна большого эфира и проявили себя в полной красе. Я прошу выйти на центр зала команды, занявшей 3-е и 4-е место. Да, я думаю, вы себя знаете. Вот. Я не успел запомнить, но вы себя знаете. А почему? Да, поаплодируем, друзья. Это команда Stakeholder и Cicada. Вы получаете, разумеется, вот такие вот статуэтки в память о нашей сегодняшней игре, чтобы вы вспоминали, чтобы они мозолили вам глаза, и вы думали, а ведь мы можем лучше. Это действительно так. Обязательно вот приходили на следующие наши поединки. Итак, еще раз аплодисменты, друзья. Браво!
Мы вас, соответственно, провожаем вот, да, в нашу прекрасную зону, к моей коллеге. Ну а сейчас мы чествуем победителей. Да, первое, второе место, 11-14 баллов. Изо всех сил, Default Name, приглашаем вас в центр нашей площадки. Аплодисменты, они сегодня лучше, они победили. Им также вручаются заслуженные награды. Ну и, собственно, к этим самым наградам, да, прибавляется приглашение, друзья, приглашение в финал. Финал, который состоится в декабре. Вот ваши заслуги не будут забыты. У вас будет возможность сразиться с двумя командами, которые уже оказались в финале. Вот, и доказать, что вы действительно молодцы. Команда, которая заняла второе место, получит в финальном поединке малую фору. Это 1 балл. А наш сегодняшний лидер, команда «За всех сил», получает 2 балла. Ну что, на этом наша церемония награждения завершается. Я хочу поблагодарить членов нашего жюри: Алексея Лукацкого, Рустема Харидинова и, разумеется, Михаила Киржакова. Им огромное спасибо за участие. Вот, мы определили победителей соревнований, но здесь у нас проигравших нет. Вот, я думаю, что это интеллектуальное шоу сделало всех нас лучше. Я даже не знаю, куда говорить, если вы просто перекрыли, вот, соответственно, меня. Давайте мы сейчас обратимся еще раз к нашей Ане, которая собирает эмоции проигравших, да, но у вас еще будет возможность вот, оказаться проигравшим в декабре. Вот. Да, ну а сейчас им слово, они выскажутся и свои мнения об игре расскажут. Ань, что там у вас происходит? Вы живы? Да, Дима, спасибо, у нас все отлично. Ну что ж, наша игра подошла к концу. Рядом со мной сейчас находится команда, которая, к сожалению, не попали в финал. Но, ребят, посмотрите, как блестят их глаза. Ребята, какие ощущения от сегодняшней игры? Ощущения. Какие? Радость. Счастье. Ну, немножечко грусть, конечно, в конце, но в целом очень положительно. Интересно, понравилось? Слезы наворачивают. Слезы. Ребят, ну вы же понимаете, что самое главное в победе – это игра, верно? Ну что ж, ребят, спасибо большое за такие потрясающие, нереальные эмоции. Итак, до новых встреч на Кибер-арене, первом в России интеллектуальном онлайн-шоу о кибербезопасности. В прямом эфире вы смотрели трансляцию из Санкт-Петербурга с «Газпром-арены». Аня, можешь еще посмеяться за Лихватский? У тебя так это получается, мы хотим зарядиться. Это уже отдельно. Угу, я тебя понял. Ну что, друзья, действительно, мы подвели, мне кажется, свою черту вот этим награждением в нашей сегодняшней игре. Команды невероятно проявили себя. Мы благодарим всех за участие. Благодарим наших зрителей, которые в онлайне все это время были с нами. Благодарим судей, зрителей, которые оказались здесь, вживую, в нашей студии. Ну и, разумеется, мы всем вам желаем встретиться с нами еще раз в декабре на суперфинале в Москве. В онлайне также, где четверка лучших команд поспорит за звание супер-знатока информационной безопасности, вот главных хранителей нашего цифрового порядка. На сегодня это все, друзья. Действительно, была трансляция из Санкт-Петербурга с «Газпром-арены». Обязательно увидимся. Всем пока, до новых встреч! Ура!